Традиційно в Україні галузь охорони здоров'я орієнтована на лікування захворювань, а не на їх попередження. Тож сьогодні я і дізнаюсь у миколаївців, чи проводять вони профілактичні заходи та яке їх ставлення до лікарів. Раз на рік обов'язково, що дитині, що я. І якщо відчуваю, що дуже треба, то обов'язково йду до лікаря. Я довіряю лікарям. По ситуації, не знаю, якщо зовсім там требує, скажімо так, то к врачу. Якщо сама можу справитися, то к фармацевту, це в аптеку. І як часто ви займаєтесь самолікуванням? Взагалі веду здоровий образ життя. Довіряю. Якщо є необхідність, ви звертаєтесь одразу до лікаря? Чи до звертаюсь до лікаря. А от працівник аптеки на запитання, як часто люди займаються самолікуванням, відповідає. Очень часто. И мы говорим обращаться к врачу, но они говорят, ой, это такая волокита, стоять в очереди. Деякі не приховують, що звернутися до фармацевта їм легше, ніж відстояти чергу. Я йду в аптеку і говорю, то мені болить голова. Вони дають, то мені болить серце. Вони мені дають серце. Ну, спочатку я обращаюсь к інтернету, а потім обращаюсь к фармацевту. А якщо це вже не допомагає, тоді вже обращаюсь к врачу. Народними методами лічимося. На час дуже дорого лікуватись. Так чому люди масово не довіряють спеціалістам? Ну, іноді кажеться, що вони как-то, ну, как, недоучившиеся такі студенти, да. Хоча є дуже талантливі, і говориться від Бога, які доктора. І взагалі за таку зарплату, я думаю, туди в основному йдуть тільки ті, хто, ну, дійсно к цьому призваний. Студенти стали такі халатные, можно сказать. То есть, если раньше, да, там они стимулировали себя на то, что станут врачи и будут как-то помогать людям, то сейчас каждый ребенок, там, миллионера какого-то может поступить и вообще не будет учиться. Коррупция развита очень сильно, поэтому круговая порука, то есть низкие квалификации специалистов, медперсонала, особенно медсестер. В основном сами за себя все переживают. И как-то решают свои проблемы, сдавая анализы и хоть как-то контролируя, на каком уровне их здоровье находится. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тож, бережіть себе. Доброго вечора, шановні глядачі. Добрий вечір, студія. Сьогодні, як завжди, говоримо про актуальне. Сьогодні, як завжди, говоримо про корисне, про дуже важливе. І я впевнений, що сьогоднішня тема нікого не лишить байдужим, адже сьогодні ми говоритимемо про здоров'я, про стан нашої медицини, про те, що відбувається з нею сьогодні, що, на що нам слід чекати вже завтра, і чому все відбувається так, як відбувається. Як завжди, у нас у студії дуже важливі для кожного з нас, дуже важливі у цій галузі, для того, що відбувається у цій галузі. Дуже поважні, дуже компетентні гості, дуже компетентні експерти. І як часто у нас буває, сьогоднішній наш кордон між експертами та гостями, він дуже умовний. Втім, не можна нам усіх посадити у гості, не можна нам усіх посадити в експерти, тому, ну, це певним чином, як я кажу, умовність. А проте, саме наших гостей сьогодні зараз представить Віолетта Арутюнян, моя співведуча і авторка опитування, яке ви тільки що дивилися. А наші експерти представлятимуться протягом програми, коли вони долучатимуться до нашої дискусії. Будь ласка, Віолетта. Добрий вечір, Миколаїв. У нас сьогодні дуже актуальна, дуже цікава тема. У нас поважні гості та експерти, тож долучайтесь до нас, телефонуйте, залишайте свої коментарі. Експерти, гості будуть відповідати на ваші запитання. І сьогодні у нас запрошений Олександр Дем'янов, головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Будь ласка, візитівку. Олександр Дем'янов. Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги з квітня 2007 року. Вища медична освіта. Нейрохірург. Тетяна Оскіна – обласний позаштатний дитячий імунолог управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Тетяна Оскіна – фахівець обласної дитячої поліклініки.
Стаж роботи в педіатрії – 34 роки. Водночас 21 рік працює імунологом. Має вищу категорію і в педіатрії, і в дитячій імунології. Відома не лише в Україні, а й за кордоном. З нею охоче співпрацюють міжнародні профільні організації. Маргарита Капуста – начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Маргарита Капуста – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації з жовтня 2014 року. Освіта вища медична. Має вищу кваліфікаційну категорію. Загальний стаж роботи – 32 роки. Та Михайло Терзійський – головний лікар Миколаївського обласного онкологічного диспансера. Михайло Терзійський – головний лікар Миколаївського обласного онкологічного диспансеру жовтня 2013 року. Вища медична освіта. Лікар-онкоуролог. Кандидат медичних наук. Отже, ви вже уявляєте, хто буде у нас сьогодні на боці гостей, хто відповідатиме за все, що коїться в нашій медицині, хто відповідатиме на ваші питання, які вже зможете задати або вже негайно на моїй особистій сторінці, чи якщо напишете мені особисте повідомлення, або ж на нашій сторінці, на сторінці нашої програми на Фейсбуці «Ток-шоу Контраргумент». І за вже менше, ніж за півгодини, за телефоном 86-92-42 ви зможете зателефонувати нам і долучитися до нас вже у прямому ефірі, щоб вас почула вся область. І, повірте, не тільки область, але адже нас дивляться дуже багато людей завдяки телебаченню, маю на увазі завдяки інтернету, завдяки інтернет-телебаченню. Ви тільки що бачили на сайті МТРК ТВ, це наша адреса, адреса нашого саду, де також ведеться трансляція. Отже, будь ласка, долучайтеся, навіть якщо ви не з Миколаєва, я знаю, що нас дивляться і в інших містах, будь ласка, пишіть на Фейсбуці, обов'язково ваші питання, ваші коментарі ми озвучимо у студії. А зараз я за традицією даю по хвилині нашим гостям для того, щоб вони визначилися з тими темами, які, на їх думку, ми просто зобов'язані сьогодні обговорити. Ну, почнемо, будь ласка, Олександр Євгенович, з вас. Спасибо. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, уважаемые эксперты, дорогие гости. Я действительно перед передачей мысленно себе рисовал поэтапно, какие проблемы мы можем поднимать на ней, потому что даже два часа передачи не смогут обеспечить обозрение всех существующих сегодня в медицине проблем. Но вот этот ролик, профессионально снятый с опросом наших жителей, ну, наверное, каждый увидел ту проблему, которую мы сегодня должны, наверное, обговорить. Здесь и наше реформирование, здесь доступность, здесь качество и стоимость медикаментов, здесь отношение врачей к больным, а вернее их, ну, скажем так, отношение пациент-врач. Взаимоотношения. Взаимоотношения, да. И многое-многое другое. Я думаю, что в течение передачи мы поднимем обязательно хотя бы по одной небольшой теме, обязательно дадим ответы на вопросы, которые возникнут у наших телезрителей. Дякую, Татьяна Владимировна, будь ласка. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я иммунолог и занимаюсь вакцинацией. К сожалению, Украина занимает по рейтингу Всемирной организации здравоохранения последнее место в мире, даже ниже африканских республик. Поэтому на сегодняшний день у нас есть все вакцины, которые нужны для вакцинации в соответствии с календарем профпрививок. И я думаю, что нам надо догонять Европу, европейские страны и стремиться в Европу. И сегодня есть такое мнение, что вакцинировать детей – это очень страшно, но это очень необходимо для того, чтобы у нас не болели наши дети, для того, чтобы воспитать здоровое общество и для того, чтобы не было страшных эпидемий, таких как полимелит, столбняк и дифтерия. Дякую, Марита Олександровна, будь ласка. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, наши уважаемые телезрители. Я думаю, что очень актуальным в последние буквально месяца два
стали вопросы реформирования здравоохранения, стали вопросы качества обслуживания наших пациентов, стоимости медицинской услуги, различные платные услуги, о которых так заговорили вслух. Поэтому тоже буду рада поделиться теми знаниями, которые есть на сегодня. Дякую. Михайло Васильович, я не випадково запросив вас саме у гості, адже останнім часом дуже багато йдеться про численні фонди, які працюють у лікарнях, про те, чи варто взагалі брати гроші. У Кропивницькому вже навіть прес-курант з'явився щодо того, скільки має заплатити відвідувач того чи іншого медичного кабінету. Втім, наскільки мені відомо, у вас є зовсім така принципова позиція, яка певним чином навіть у багато чому відрізняється від того, що декларується зараз щодо того, що взагалі слід робити з медичними фондами, з благодійними фондами. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми поговоримо на цю тему також. Будь ласка. Добрий вечір, уважаема студія, добрий вечір, телезрителі. Я не можу не сказати, що наші больні, я займаюся онкологією, і, звісно ж, наші больні становяться нашими родственниками на протяжении всей своей жизни. Они наблюдаются, находятся на диспансерном учете и требуют колоссального внимания как со стороны врачей, так со стороны и доверия к врачам. Поэтому то, что сегодня вот я видел в ролике, оно в какой-то степени касается, конечно, наших больных, но у нас с ними такие отношения складываются, что без доверия невозможно провести нормальное лечение или сформировать нормальные отношения. Конечно же, очень много проблем возникает и по именно по насыщению, и по затратному вопросу для лечения этой категории больных. Находится у нас в области больше 33 тысяч таких больных, и они все требуют колоссальных затрат на свое лечение. Это очень больной вопрос, и я думаю, что без помощи общественных организаций, без помощи того же фонда и самих больных, которые участвуют в том же пополнении этого фонда, невозможно было бы развиваться и невозможно бы сделать хотя бы часть того, что мы, в принципе, за 3 года нам удалось сделать. Дякую. У нас буде сюжет з цього приводу, а зараз я пропоную подивитися нам сюжет, у якому Віра Тарутюнян спробувала узагальнити все те, що, про що ви, шановні гості, вже казали. Будь ласка, сюжет. Гострий дефіцит кадрів, відсутність ліків та доступності елементарної медичної допомоги. Це коротко про охорону здоров'я України. Сьогодні питання захисту медичних працівників в Україні стоїть дуже гостро. Це колись професія медичного працівника вважалась престижною і шанованою в суспільстві. Зараз на лікарів спускають усіх собак, вимагаючи від них того, що має забезпечувати держава. Ми ж хочемо, щоб лікар, до якого ми звернулися в районній поліклініці чи лікарні, надавав нам кваліфіковану професійну допомогу. Але ж держава оцінює працю медиків в незначні суми. Ставки медпрацівників катастрофічно низькі. В середньому трохи більше 2000 гривень. І жити на такі гроші дуже складно. Важко собі уявити, як людина при такій зарплатні може оплачувати і комунальні послуги, і забезпечувати свою сім'ю, особливо якщо це чоловік. Перші проблеми у медичній галузі починаються ще з університетів. Середня вартість навчання у медичному виші складає приблизно 17 тисяч гривень на рік. А якщо ви навчаєтесь на бюджеті, то після випуску станете тільки сімейним лікарем. Та, до речі, на бюджет потрапити не так легко. Місця ж державного замовлення скоротили. Ось вам і логічний ланцюжок. В університеті навчатись дорого, відповідно, кадрів не вистачає. Що ж будемо робити? А от ще питання, як бути з відсутністю ліків? Або, наприклад, проводити вакцинації в умовах дефіциту вакцин? Кожна вакцина проходить перевірку на дієвість у протидії хворобі та безпеку для населення, переконують лікарі. А от населення не вірить. То, може, правильно? Сейчас вакцины очень разнообразны, и не хочется сказать очень грубо, что немножко пробуют на нас разные вакцины. То есть, в принципе, она нужна, потому что она поборола многие болезни. И
И сейчас как бы, ну, настолько широкий спектр этих вакцин, что можно просто утонуть в этом море выбора. И проблема в том, что проблема с диагностикой, все ли вакцины приемлемы для ребенка. То есть нас, перед вакцинацией, я считаю, что нужно сделать достаточно подробный анализ, чтобы узнать, возможно ли делать вакцинацию для ребенка. Потому что сейчас шпигают по принципу «давайте всех, а там посмотрим». Исходя из того, сколько сейчас таких вот случаев достаточно опасных, то сомневаюсь. Ну, нет однозначной позиции, потому что разные мнения. И в интернете смотрела, и спрашивала у людей, которые связаны с этой профессией. В принципе, рекомендации совершенно различные, пока мы отказались от вакцинации. На сьогоднішній день це далеко не єдина проблема. Їх багато, як і реформу галузі медицини. Та коли їх у життя реалізовувати, якщо зі старими проблемами ніяк не розберемось? Отже, коментарі щодо вакцинації викликали тут серед наших гостей, експертів, здоровий дитячий сміх. І я думаю, що саме Тетяні Володимирівні є сенс прокоментувати те, що було сказано. А я тільки хочу сказати, що дивна ситуація. З одного боку, у нас була десь рік тому програма, присвячена вакцинації. Дуже багато казали про те, що це необхідно робити, це просто дуже важливо. А ми стикаємося з тим, що справді таки вакцин немає. Скажімо, КПК немає зараз вакцини, ну, принаймні, хотіли дитину щепити, немає. Я пам'ятаю ситуацію з протистолбнячною вакциною. Так, наскільки мені відомо, саме Маргарита Олександрівна змогла врятувати життя дівчинці з Дніпра, знайшовши вакцину, якої також не було. Ну, що таке здавалося б, столбняк. Отже, що насправді відбувається? З одного боку, є міфи, є фантазії, є одна баба сказала, є лікування по інтернету. Нещодавно у мене просто був момент істини, як то кажуть, коли на зібранні громадських організацій, представників громадських організацій, йшла мова про те, що саме фахівці мають займатися тими чи іншими напрямками, зокрема медициною. Бо ну як можуть люди, які взагалі нічого спільного з медициною не мають, казати про те, чи правильно лікар виконує свої обов'язки, призначає лікування тощо. І тому там пропонувалося, що саме ці напрямки, найбільш відповідальні, очолять саме фахівці, тобто люди з вищою освітою саме у цій галузі. І один з досить активних активістів каже, та що ви тут кажете мені? Ось у мене друг, він журналіст, а він вже 10 років бореться із щепленням в Одесі. Така відома людина, стільки людей спас від щеплення, і стільки життів врятував. Та він набагато краще, ніж лікар, ніж будь-який лікар у цій проблемі розбирається. І що саме цікаве, що решта світу киває, ну так, справді, людей рятує, від щеплення захищає. Отже, з одного боку таке, з іншого боку, навіть ті, хто хоче щепитися сам чи щепити дітей, не знаю, що робити. І, до речі, ще одне питання дуже просили мене задати. Кажуть, що вже є вакцина проти того штаму грипу, який зараз у нас починається. Просили спитати, чи варто щепитися, як це зробити тощо. Будь ласка, Тетяна Володимирівна. Ну, хочу начать с последнего вопроса. Вакцина против гриппа действительно зашла в Украину. Вакцина французская «Ваксигрипп» и корейская вакцина «Джисифлю». Она на сегодняшний день проходит сертификацию, и в ближайшее время будет появится в аптечной сети, она не будет, то есть ее могут закупать какие-то учреждения, ее могут закупать лечебные учреждения для вакцинации своих сотрудников, и жители могут купить в аптеках эту вакцину. В этой вакцине на сегодняшний день есть три антигена. Это грипп А Калифорния, тот, который был и в прошлый год. Потом грипп тоже А H1N2, по-моему, да? А потом H2N3, это новый грипп Гонконг. И грипп Б Брисбен, вот эти два последних, это новые в этом сезоне.
И, в принципе, вот наш лабораторный центр, который работает, он проводил обследование медработников на защиту против гриппа. И по вот последним вот этим обследованиям действительно оказалось, что защита достаточно низкая, поэтому вакцинироваться действительно нужно против гриппа каждый год. То есть эта защита низкая была и у тех людей, которые прививались в прошлый год, и у тех людей, которые были не привиты. Поэтому, конечно, вакцинироваться надо. Дякую. А щодо того... Хвилинку. Щодо того, що не вистачає вакцин, навіть ви кажете, що ми на вже і Африка нас обігнала. Втім, а якщо хочуть люди щепитися, а нема чим, то що робити? На сьогоднішній день закупкою вакцин займається ЮНІСЕФ, і через них Україна закупила велике кількість вакцин. Скажем, у нас не было на протяжении 2 лет вакцины коклюшная против коклюша, столбняка и дифтерии. На сегодняшний день у нас эти вакцины есть, то есть вакцина для детей до года, для 6-леток и старше 7 лет и для взрослого населения. Есть полностью полиомиелитная вакцина, как инактивированная, так и оральная новая вакцина, бивалентная, полиомиелитная. КПК-вакцина, она была, она закончилась, к сожалению, не в достаточном количестве мы ее получили, но мы ее ждем в декабре месяце, вакцину против коклюша, дифтерии, против коклюша, паротита и краснухи, и вакцину против гепатита. То есть у нас на сегодняшний день практически все вакцины есть. А столбняк и або украинской мовой провець, что с ним? Что касается столбняка, вот чистого столбняка, столбнячной вакцины, чистого нет, но она есть в составе вакцины АДСМ для взрослых, и есть в составе вакцины АКДС и АДС для детей. То есть как бы есть. У нас нет столбнячной сыворотки. Но сыворотки, к сожалению, нет нигде в Украине. Это касается не только сыворотки столбнячной, противостолбнячной, это касается и сыворотки противодифтерийной, и противозмеиной, и противокаракортной. То есть сывороток действительно нет, потому что они, к сожалению, на Украине сертифицированы, и купить нам пока их нет. А вот скажите, вот что вообще происходит? Да? Опять-таки... Я постоянно повторяю, сон разума рождает чудовищ. Да? Когда мы не получаем достоверной информации, мы фантазируем и принимаем за реальность то, чего мы на самом деле боимся. И вот о чем люди говорят, да, там у нас постоянно эксперименты ставят. Мы помним эти знаменитые истории с вакцинами-убийцами имени Богатыревой. Рассказывали об этом много и опять-таки не опровергли, не посадили. И вот как бы, ну, свои люди сочлись, да. С другой стороны, известно, каждый год мы рассказываем, мы показываем, мы читаем каракурты, змеи, осторожно, берегитесь. То есть известно, что это реальная опасность. Нету того, нету сего, нету этого. То есть травить перестали закупать. Есть более важные вещи. Что происходит? Я понимаю, что врачи не виноваты. Врачи чаще всего, как сказала Виолетта, оказываются заложниками того, что делает государство. И врачи, будучи частью системы, не могут говорить о государстве плохо. Однако, когда вы молчите, то вы порождаете те самые сны разума. Так внесите, пожалуйста, ясность, что же все-таки происходит. Маргарита Александровна, кому никак не вам отвечать? Благодарю. Действительно, хочу пояснить то, что закупки всех вакцин, всех биопрепаратов у нас возложены на государственную структуру, на Министерство охраны здоровья. И на протяжении 2 лет к нам не поступали никакие вакцины практически, потому что они не закупались. И только в январе 2015 года были сделаны и проплачены заявки в иностранные фирмы через детский фонд ВОЗ ЮНИСЕФовский. И таким образом были закуплены эти вакцины, которые мы используем и которые пришли уже к нам вот во второй половине этого года. Проблема такая, что за деньги областного бюджета или за деньги районного бюджета мы не можем приобрести эти препараты. И это вызвало вот такой большой у нас иммунный провал у наших детей, у взрослых.
И действительно, вся Украина потерпала, мы летом просто все начальники управления тряслись, потому что если не дай бог где-то в какой-то области столбняк, мы буквально жили с этими телефонами и помогали друг другу как могли. Нам рассказывали, что это там у вас российская вакцина, она не такая, она не сякая. Ребята, когда стоит вопрос о жизни ребенка, тебе не важно, какая вакцина, главное, чтобы она была доставлена в нормальных температурном, в нормальном режиме и вовремя поспела. Поэтому такая была история и во Львове, и в Днепропетровске. Но общими усилиями это, так сказать, было ликвидировано, и помощь поступила детям. Также хочу сказать... Да, пожалуйста. Также хочу сказать, что мы не знаем, как будет на следующий год поставка будет иммунных препаратов, пока нам об этом не говорят, но буквально в начале ноября буду общаться с ЮНИСЕФом в Киеве, все узнаю, тогда буду готова предоставить информацию. Спасибо. Тут, кстати, вот мне уже пришел комментарий, почему-то у хозяев собак никаких сомнений необходимости их вакцинации не возникает. Остроумное замечание. Эксперты готовы включиться в разговор. Александр Евгеньевич многозначительно кивает, я понимаю, что ему тоже есть что сказать. Однако все-таки давайте сначала послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, студия, добрый вечер, здравствуйте. Ведущий. Здравствуйте. У вас очень замечательная передача, я ее почти все время, каждый раз смотрю. Спасибо. И желаю вашей передаче справедливого... Спасибо, вы тратите вашу минуту. Вопросов. У меня вот что относительно прививок и вакцинации. В 2011 году родился мальчик у моей крестницы. Сделали прививку. Это была датская прививка в роддоме. Никто об этом ничего не сказал. О том, что к этой прививке в обязательном порядке должны сопутствовать определенные еще медикаменты и, кроме того, обязательный, в общем, наблюдение у врача. Через 3 года он был на море, отдыхал, произошла трагедия. У мальчика температура, и с этой температурой отправили в онкологию в Одессе. Там немедленно сделать операцию. Ну, решили сделать здесь, в Николаеве. Когда посмотрели, это результат датской прививки. Ну как, ну я не знаю, как назвать врачей, которые не дали никаких рекомендаций ни в роддоме, ни педиатр участковый о том, что... эта прививка несет тяжелые последствия. В конечном итоге в феврале месяце сделали ребенку операцию, удалили опухоль, и он сейчас находится, продолжает находиться под наблюдением, как ребенок риска. Так вот, я хочу сказать, предложили что? Подавайте в суд на врачей. Ну, при чем здесь суд на врачей? Совесть должна быть у врачей, которые исполняют свои обязательства. Я уже не говорю там клятва Гиппократа и все такое. Как можно делать это все и оставаться безнаказанным? Совесть спасибо. Никого не мучает. Спасибо большое. К сожалению, ваша минута закончилась. И тут у нас в студии большое оживление. Но я понимаю, что коль скоро зашла речь об онкологии, то, наверное, имеет смысл Михаил Васильевич включиться в разговор. Ну и все, кто, в общем-то, обозначал готовность, тоже обязательно участие в этом обсуждении примут. Пожалуйста, Михаил Васильевич. Детская онкология не совсем моя прерогатива, но тем не менее... Онкологические болезни имеют такое, они улыбаются не вовремя. И то, что вы говорите, оно не имеет никакого отношения к онкологии. Эта опухоль может быть спровоцирована любыми, тем более у ребенка. Это может быть и наследственные какие-то, это может быть все что угодно. Оно имеет, в опухоли растут не по нашей воле и появляются такие, но не всегда по тем причинам, о которых вы говорите. Тем более о прививках, которыми пользуется вся Европа, вероятнее всего и в Дании тоже, если вы говорите об этих прививках. Вы не узнавали, сколько таких случаев было у датских детей? Спасибо. Татьяна Владимировна, вот я понимаю, что вам, опять-таки, именно вам об этом говорить. Однако, я вижу звонок, подождите, пожалуйста, все-таки давайте мы закончим отвечать на тот вопрос, который задала зрительница. Либо перезвоните, либо подождите, как вам лучше будет. С одной стороны, я знаю, что вы действительно
осматривая ребенка, ни в коем случае не позволите его прививать, если у него есть какие-то видимые противопоказания. С другой стороны, я сам был свидетелем, когда приводят ребенка к семейному врачу. Семейный врач вот сидит, пишет: так, ну что там у вас, давайте быстренько раздевайтесь. Так подождите, может посмотрите, ребенок больной. Да какой там давайте, что больной, ну тогда уходите. То есть отношения самые разные, всех детей области вы не осмотрите, а система, к сожалению, дает сбои постоянно. Вот что говорить, что, во что верить людям, которые, вот, как наша зрительница, столкнулись с ситуацией, которая, может быть, после того не означает следствие того. Однако есть убеждение о том, что такие вещи обязательно происходят вследствие прививок. Пожалуйста. Я хочу вернуться к этому случаю, к нашей телезрительнице. У вакцин, как у каждого медикамента, есть инструкция. И в этой инструкции очень четко прописаны, какие возможны реакции и в какое время на каждую вакцину. И в том числе и на вакцину против туберкулеза. Значит, максимальные реакции могут быть в течение, возможно, полутора лет. Это могут быть, да, какие-то лимфодениты, какие-то язвы долго не заживающие. Но так, чтобы через три года было какие-то онкологическое какое-то проявление, в этой инструкции не написано, и случаев как бы в истории не было. Но могу сказать, что в каждом случае нужно разбираться отдельно. Спасибо большое. Вот Юрий Подвышинский давно уже хочет, потом слово Федора, Игорь Пух, пожалуйста. Доброго вечора, Підвишинський Юрій, громадський активіст. Питання до пані Тетяни стосовно цих всіх імунних препаратів. Значить, ходять такі чутки в місті, ну, я не знаю, пан Ярослав вже сказав, що ми як такі банальні дилетанти, да, ну, ми сприймаємо це як чутки і не більше. Ви як професіонали фактами оперуєте, ну, хай так буде. Але все рівно ці чутки ходять містом, що зараз якусь там вакцину дітям колять, що після неї отек ніг іде. І дуже багато таких випадків. Батьки вже навіть хочуть там створювати якусь групу, щоб... Вам взагалі відомо про це чи ні? Я не знаю, не буду казати. Просто і до мене ці чутки дійшли. І стосовно звернення чи не звернення тих же батьків чи довіри до лікарів. У мене теж є такий знайомий добрий. От він свою дитину гартує, грубо кажучи. Ніяких вакцин, нічого, тому що довіри немає після тих випадків раз за разом, раз за разом. Ну а що робить? Ну не він, мабуть, в цьому теж і винен, що так відбувається. Дякую. Дякую. Тут, до речі, глядачі пишуть, що необхідно у будь-якому випадку, навіть якщо дитина виглядає здоровою, перед щепленням здати розгорнутий аналіз крові, адже, можливо, по зовнішніх якихось проявленнях і цього не скажеш, а дитина справді може бути хворою, вже почала захворювати. Але скажіть, будь ласка, Тетяна Володимирівна, вам, напевно, відповідати на питання Юрія. Втім, чи є, так би мовити, у протоколі для лікаря-імунолога, що дитина має обов'язково здати аналіз? Чи вистачає, скажімо, просто того, що кажуть батьки, чи зовнішнього огляду дитини? Будь ласка. Ну, в соответствии с приказом, просто необходимо посмотреть ребенка. И если доктора что-то настораживает, то действительно, если доктор посчитал нужным, он сдает необходимые анализы. То ли это кровь, то ли это моча, то ли еще какие-то дополнительные обследования. А так вполне достаточно огляда ребенка. Питание Юрия, будь ласка. Что касается вакцины, на сегодняшний день у нас в Украину зашла вакцина АКДС индийского производства. Это вакцина цельноклеточная, то есть в состав вакцины входит убитая цельная клетка против коклюша, коклюшная клетка.
И эта вакцина, это такая же точно вакцина по своему составу, как старая вакцина российская АКДС или наша биоликовская харьковская вакцина АКДС, которую до сих пор делает наш завод. По составу она ничем не отличается. Эта вакцина, конечно, более реактогенная, то есть она дает больше реакций, чем вакцины так называемые ацеллюлярные. Это вакцина Пентаксим и вакцина группы Инфанрикс, так называемая. Там просто эта клетка разрушена, и из нее взято несколько антигенов в состав вакцины. Такие вакцины, они переносятся легче. Но и те, и другие вакцины дают реакции. Я специально подняла аннотации всех вакцин. Вакцин цельноклеточных, то есть российская, индийская и наша харьковская биоликовская вакцина. И вакцин Пентаксим – это французская вакцина, Инфанрикс – это Бельгия вакцина. И там в аннотации есть эти реакции. Причем вот в этих вакцинах, которых как бы легче переносятся, местных реакций, как вы говорите, отечность, болезненность, их до 10% написано. В индийской вакцине точно так же. Они пишут в аннотации, что частые местные реакции. То есть болезненность, припухлость, отечность. Да, это все есть, но это все очень быстро проходит. Это практически 3-4 дня. И это, если небольших размеров, это не требует никакого лечения. Если это значительных размеров, то даются какие-то антигистаминные препараты, на которые тоже все быстро уходит. Но, понимаете, вот эта реакция ни в коей мере как бы не идет в сравнение с той пользой, которую получает ребенок. Он защищается от того же столбняка, от той же дифтерии и коклюша. И родители будут спать спокойно, если у него будет какая-то травма. Понимаете? Вот пережить просто эти несколько дней. Дякую. Добре, що ви розказали про структуру вакцин там і так далі, але я хотів вас запитати про інше. Чи відомо вам про такі випадки? І моніторити взагалі ви ситуацію? І зараз тоді наступне ще питання. А чи лікарі говорять про наслідки, рецидиви, якщо вони цю вакцину вколять дитині? Попереджають вони батьків, що можуть такі бути наслідки? Значит, мы начали сначала, с начала октября вакцинацию этой АКДС и примерно сделали 6200 вакцинаций. Значит, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 30 с лишним случаев реакций. То есть это примерно там сотые доли процента. То есть это просто очень мало, очень мало. Юрій, можна я доповню Тетяну Володимирівну? Юрій, давайте ми от, как бы, эту тему все-таки закроем, потому что сейчас мы как бы уйдем исключительно в обсуждение можно одного, а у нас не так много времени. Пожалуйста, Тетяна Володимировна, это Марита Александровна, пожалуйста. Я еще 3 секунды скажу. Ну, да, конечно. Значит, каждый родитель перед вакцинацией подписывает согласие на вакцинацию. И там очень четко есть графа, что при каких-то реакциях родитель должен обратиться к медработнику, и он за это подписывается. Если он не возвращается к медработнику с проблемой реакции, значит, это не такая сильная реакция и не так беспокоит этого родителя. Спасибо. Тут у нас уже есть вопросы, которые касаются другой темы, поэтому давайте мы сейчас закончим с вакцинами. Пожалуйста, Марина Александровна, Светлана Федоровна. Я хочу вам нагадати, коли ми були малими, і нам, ви пам'ятаєте, нам робили під лопатку щеплення. У нас всіх боліло. І боліло не день, не два, а десь до трьох. Це була та сама вакцина, тільки нашого українського виробництва. Тому ми просто забули, які були тоді в нас дії. Ми не забули? Ніг, те, що спостерігається. Так, тому що роблять вакцину туди, в бідро. Да, зараз це все робиться в передню поверхню, да, стегна. Після уколу. Біль після уколу, вона звичайна. Пожалуйста, Светлана Федоровна. Я врач-інфекціоніст, 20 років вже працюю в обласній інфекційній лікарні. Однозначно я за прививки. І всі, хто дивиться мене, хто знає, у мене двоє дітей, вони привиті повністю, тому що я завжди не встаю повторювати, тільки в цьому році вже маса уговорених мною лично мамочек, що завжди ми бачили смерті, я лично бачила смерті дітей від дифтерії, смерті від прививок я не бачила. Може бути, повезло, але, тим не менше, ніхто не знає.
Это раз. Во-вторых, я уже писала о своей концепции развития областной инфекционной больницы. К сожалению, не предоставился случай ее рассказать, эту концепцию. Я хочу обратиться к сегодняшним нашим всем присутствующим. У нас и начальник облздрава есть. Я писала о том, что может быть целесообразно создать у нас в области прививочный центр, так называемый. Пусть он будет на базе областной инфекционной больницы, куда будет стекаться информация о наличии всех абсолютно прививок. Мы забываем, что прививки – это не только детство, масса детства, но есть желтая лихорадка, да, туристы, моряки. Одесса великолепна на самоокупаемости, одна прививка около 1500 стоит. Есть менингококк, есть ВПЧ, папилломавирус человека, женщины, пожалуйста, прививаются, начиная с подросткового возраста девочки. Наверное, было бы действительно хорошо, когда человек в любое время дня и ночи может позвонить на какую-то горячую линию, в ту же областную инфекционную больницу и сказать, в наличии есть прививки, вот такая-такая, мы хотим записаться, сделать. Тут же могут осмотреть, тут же квалифицированный врач расскажет о всех побочных, непобочных явлениях. То есть, если бы это консолидировать, не так, что мама бегает, ой, пришли прививки, было такое. Нам позвонил доктор, КПК пришло. Мы через неделю пришли, КПК уже нет. То есть, понимаете, иметь такой прививочный, само вот, понимаете, зерно. Можно ли действительно организовать такой прививочный центр, в том числе и платных прививок, которые для туристов, выезжающих за рубеж? Наверное, это было бы... целесообразно. Ну, Александр, ну, наверное, это к вам вопрос. И потом Ольга Эдуардовна Сергеевна. Я думаю, мое мнение и мнение, то, которое знаю Министерство здравоохранения нашего, в свете той концепции, которую озвучивают они уже на протяжении 2 месяцев, это нерационально. Значит, вы знаете о том, что у нас будет выделена отдельная служба громадского здоровья, которая будет заниматься вместе с семейными врачами, с участковыми педиатрами, с участковыми терапевтами, всей профилактикой заболеваний. И это будет, может быть, тогда они и сделают какой-то такой центр, но пока об этом мы не можем говорить, потому что это создает ряд неудобств. Понимаете, это мамы с детками должны где-то ехать через весь город или там в районе, из сел. Ну, то есть, ну, есть масса, где люди с нами обычные будут не согласны. Вот. И ну, давайте уже, мы так ждали долго этой реформы, и в принципе для того, чтобы действительно разделить это уже по уровням все виды помощи, вот мы должны, так сказать, следовать тому, что делает весь мир. Спасибо большое, Ольга Эдуардовна, Игорь Пох, и переходим через сюжет к следующей теме. Пожалуйста. Мне хотелось бы сказать вот, в ответ на жалобы наших телезрителей о том, что у них недостаточно информации по вопросам медицинским, вакцинации в частности. Проблема не в недостатке информации, а проблема в том, что у нас море недостоверной информации. К сожалению, люди черпают эту информацию из той помойной ямы, извините меня, по-другому я не могу его назвать, которая называется интернет. И каждый читает и каждый видит там то, что он хочет. У меня большая просьба и пожелание ко всем, кто нас сейчас смотрит. Если у вас есть проблемы, если у вас есть вопросы, подойдите к медикам, найдите доктора, которому вы доверяете, которого вы можете довериться и которого вы можете услышать. Идите к нему и задайте ему эти вопросы. Я в силу своей профессии сталкиваюсь с очень тяжелыми детьми. Это дети с эпилепсией, это дети с детским церебральным параличом, которых в свое время вообще не прививали. На сегодняшний день эти дети прививаются. Мы с Татьяной Владимировной совместно эти вопросы решаем в очень сложных случаях. В более простых случаях мы решаем их отдельно с родителями и с лечащими врачами семейными. Но и дети прививаются. После беседы с родителями, это за всю мою практику, это были единичные случаи после моей беседы, когда родители сказали, нет, мы прививаться не будем. Практически 99% с лишним идут и прививают детей. Поэтому ищите информацию, ищите доктора. Спасибо. Игорь Пох, пожалуйста. Юрий Багрянцев хотел сказать, да? Тут давайте вот заканчиваем. Уважаемые эксперты, если у вас есть что добавить, пожалуйста, говорите сейчас, если по этой теме. Пожалуйста. Да, спасибо. Ну, я не совсем по теме прививок. Я все-таки хотел... Я об Израиле. Нет. Ну, Израиль, возможно, где-то в программе я что-нибудь вставлю про Израиль. Ну, не об Израиле речь. Вот говорилось вот только что буквально... об информации и о доверии к доктору, к которому можно пойти и о чем-то проконсультироваться и не доверять интернету. Ну, не доверять интернету в наше время достаточно сложно,
А что касается доверия к врачу, то я бы хотел сказать, что я не знаю, честно говоря, какая будет следующая тема. Правда, не знаю. Но я хочу все-таки, чтобы мы попытались обсудить то, что нас ждет с января 2017 года. А именно это реформа всей медицинской системы. Мы с Александром Евгеньевичем Демьяновым буквально неделю назад на радио «Николаев» в программе «ПОК с вами» как раз говорили об этом, обговаривали. Но мы говорили вдвоем, а сегодня у нас экспертное сообщество очень серьезное. И я так думаю, что для телезрителей было бы очень интересно узнать о весьма серьезных, возможных серьезных изменениях во всей медицинской сфере. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Багрянцев. Если кто-то хочет включиться, давайте, и мы перейдем к подвести теме, такой, говорит Игорь. Образно говоря, итог этой беседы для телезрителей. Ведь родители, когда приходят к доктору с ребенком, в первую очередь родители несут ответственность за своих детей. И родители должны знать, как чувствует себя ребенок. Доктора – это те же самые люди. У них очень большая нагрузка. Они не всегда могут уделить каждому пациенту даже те 30 секунд. Но если родитель считает, что нужно обратить на это внимание, то он должен это сделать. Так же самое, что же касается реакции на прививки. Родители должны в первую очередь смотреть за своим ребенком, следить и быть помощником врачу, а не выступать с ним в конфликт, говорить о том, что вот врач не досмотрел. Вы сами в первую очередь должны видеть, заниматься своим ребенком в первую очередь. Ой, я подозреваю, Юра, что тут вообще есть большая на этот счет оппозиция у наших зрителей. Ну давайте послушаем, что скажет зритель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил Старозийский поступил так, как будто он родной человек. При операции мы ему поверили и доверились. Мы пожизненно ему благодарны. С уважением к вам. Спасибо. Любому медику приятно такое услышать. Спасибо большое. Замечательный итог нашей теме. Да, Александр Евгеньевич, пожалуйста. Я хотел бы экспертам сказать, ну и, собственно говоря, аудитории, которая нас слушает, о том, надо ли нет вообще прививки. Я хочу сказать, повторить слова доктора о том, что мои двое детей, сын и дочь, тоже привиты полностью. Они привиты в обычную амбулаторию Александра Юрьевича, и Александр Юрьевич даже не догадывался, что они ходили туда на прививку. Надо или нет делать прививки? Мне недавно попал документ в руки для организации выезда, я не про Израиль, про Америку, Green Card. 4 формата А4 посвящено здоровью уезжающего. Из них один лист посвящен туберкулезу, соответственно, тоже с анамнезом соответствующим. И 2 листа А4 посвящено прививкам. Есть еще у кого-то из аудитории вопросы, надо прививаться или нет. То есть Штаты защищают себя от всего мира, а мы создаем биологическую бомбу отсроченного действия, идя на поводу непрофессиональных высказываний. Делать надо обязательно, в этом вопроса нет. Но что мы можем решить у нас в аудитории? Есть вопросы, которые мы не можем решить. Мы не закупаем эти вакцины. Есть вакцины, нам их передают. Но, вы посмотрите, любой человек, покупая телефон, он собьется ноги, упадет 3 раза по дороге и читая инструкцию к нему. При этом идешь по коридору в поликлинике, вот даже у Александра Юрьевича, сидят мамочки молодые, это в основном касается молодых мамочек. Они сидят в этой очереди иногда час-два, висит стенд, на который абсолютно не обращается внимания. Прививка это, ну, тоже товар, который обеспечивает здоровье человеку, и я думаю, что любой человек должен ознакомиться с инструкцией, а не так, как, к сожалению, у нас поговорки, что наш человек читает инструкцию, после звука «ух ты!» не получилось. Поэтому, к сожалению, да, это наш менталитет, с ним надо бороться каким-то образом, менять его и прислушиваться, не изобретая велосипед, к тем стандартам, которые сегодня существуют в мире. Спасибо. Большое спасибо, Марина Александровна, пожалуйста. Ярослав, беда нашего общества в том, что у нас все умеют садить картошку, умеют делать уколы, умеют лечить и учить. Я за то, чтобы каждый из нас в нашем обществе делал свое дело профессионально. И тогда будет во всех отраслях у нас порядок.
Большое спасибо. Итак, Игорь задал как бы переход к следующей теме. Отлично, прекрасная подводка. Я, прежде чем показать сюжет, хочу как бы задать тему для размышления, о которой, возможно, вы подумаете, уважаемые гости и эксперты, как на нее ответить после того, как сюжет пройдет. Я живу в Засилье. Сейчас, чтобы попасть на прием к гинекологу, мне надо ехать в Октябрьское. Это 70 гривен туда и назад. Это та самая реформа, которая делается для людей. Итак, давайте посмотрим сюжет, который называется «Бескоштовная медицина». Это как раз о том, как мы двигаемся в сторону изменений. Пожалуйста. Така постанова була спровокована складною схемою надходження коштів до благодійних фондів та подальшого їх відслідковування, що в свою чергу сприяло розвитку корупції. Ми не бажаємо більше чути, бачити оцих якихось там бумажок, які отримують наші пацієнти в кабінетах на те, щоб вони поклали гроші на якийсь там фонд і так далі. Основним завданням цього наказу є боротьба з корупцією та те, що у нас пацієнт, людина, миколаївець – це сьогодні найголовніше. Олександр Сінкевич запропонував перекрити невистачаючу частину грошей за рахунок міського бюджету. Про це і повідомили на колегії лікарів, а також нагадали присутнім головним лікарям та їх заступникам про відповідальність перед законом за корупційну діяльність. Важливо відрізняти реальну допомогу від хабарництва. Це не означає, що, скажімо, ми якісь противники якоїсь помощі, які будуть надаватися, скажімо, меценатами, да, якимись там людьми, які хочуть добровільно внести чи щось зробити лікарні. Також під час колегії запропонували ефективніше використовувати лікарняні площі. За рахунок коштів за оренду приміщень можна нехай не повністю, але все ж таки скоротити різницю між очікуваним фінансуванням та реальним. На жаль, сьогодні Лариси Юріївни Дригунової немає у студії, ну, справді, з поважних причин. Втім, є Марита Олександрівна, є Михайло Васильович, є у нас активісти, які займаються цим питанням, і я дуже сподіваюся, що про це ми поговоримо. Втім, Марита Олександрівна, я все ж таки хотів би, щоб ви відповіли на те запитання нашого глядача з Засілля, яке пролунало перед тим, як подивилися сюжет. Будь ласка. Суть в тому, що, ви розумієте, медична галузь постійно перебуває в стані реформи. Я являюсь противником таких різких якихось змін в нашій царині. Ми маємо поступово змінювати наші структури, види допомоги. І я згодна з цією жінкою, що дійсно, як проїхати до гінеколога і заплативши 70 гривень, це просто дійсно неподобство. Але в нас дуже розвинені зараз і завжди були розвинені такі види допомоги виїзної. І я знаю, що я дуже багато років відпрацювала в районі, і я знаю, що якщо не щотижня, то що два тижні виїжджали на периферію, виїжджали в села, такі мобільні бригади, і проводили обстеження жінок, якщо в цьому селі відсутній фельдшер. Ну, важко зрозуміти. Я розберусь, звісно, в цій ситуації. Розумію, що таке зараз іде перерозподіл, іде формування територіальних громад, які беруть на себе функції також і облаштування закладів первинної допомоги. Я думаю, що з часом має це все влаштуватися. Так не може бути дійсно. Дякую. Михайло Васильович, якщо є ще додати будь-кому з наших глядачів, експертів, будь ласка, я знаю, що Наталі Железнові є, хвилиночку, будь ласка. Але я хотів би, перш ніж надати вам слово, зачитати ще одне запитання нашого глядача. Почему в аптеках при всех больницах цены больше, чем за углом? И почему при больнице нет специальных аптек фармации? До речі, якщо буде бажання поговорити про фармацію, взагалі про її доцільність в Миколаївській області і взагалі у системі охорони здоров'я, також дуже радий був би почути вашу думку з цього приводу. Марія Олександрівна, вам є що відповісти? Так. Да. Будь ласка. Ми лікувальні, ми лічимо больних.
мы никак не влияем на цены в аптеках, в магазинах. Аптеки нам не подчиняются. Ценовой политикой аптек мы также не занимаемся. Также мы не сдаем в аренду никакие части своих лечебных заведений, которые являются коммунальной властностью районных рад, областных советов и так далее. Поэтому вот я думаю, что немножко объяснила этот вопрос. Дальше. А откуда появляются аптеки тогда в больницах? Ну, есть районный отдел коммунального этого майна, областной отдел коммунального майна. С ними согласовываются все виды аренд, и нас только ставят к этому в известность. Что касается фармации, я также я не могу ответить, почему не везде есть, хотя я знаю, что руководитель вот в последнее время они открывают и в районах, возобновляют работу в районах своих аптек. И это просто наше коммунальное как предприятие, и оно должно развиваться, потому что это деньги, которые поступят в бюджет нашей области. И я знаю, что они хотят и уже имеют возможность такую наращивать свою мощь. Я думаю, что это время ближайшего будущего. Спасибо, Михаил Васильевич. Тогда давайте сейчас Александр Евгеньевич, чтобы закончить уже с аптеками, и туда по фондам. Вот Винталь Железнова и Игорь Фингельштейн хочет подключиться. Пожалуйста. Спасибо. Я бы хотел отметить, аптеки в больницах, лечебных учреждениях – это вынужденная мера, первое. Были предложения предприятия «Фармация», но на то время, когда было предложение, это было уже не год, не два, не три назад, мы промониторили цены и пришли к выводу, что они немногим выше, чем в других аптеках. Вы знаете, что по поводу этого был, это не скандал, но разбор этого был в областном совете в то время. И тогда стоял вопрос и о смене руководителя. То есть вот там много было нюансов вокруг этой темы. Ну а потом, когда мы получили извещение о том, что есть желание работать все-таки в лечебных учреждениях с ценами, конкурирующими с другими аптечными сетями, мы дали письмо о том, что мы будем готовы рассмотреть этот вопрос по окончании существующей аренды, которая есть сегодня в больницах. Почему до сих пор хозяйственникам в больницах было невыгодно? То есть мы сегодня собрались для того, чтобы объективно дать оценку, значит, надо говорить правду. Почему было невыгодно работать с фармацией? Объясню почему. Первое. Аренда, полученная от фармации, это 1 гривна в месяц. Это коммунальное предприятие. Да? То есть мы на правах, вот как у нас есть, мы сдаем МСЭК, для областной МСЭК, нашу территорию больницы. Он занимает треть квартала возле заводской администрации. Мы сдаем его за гривну в месяц. Значит, то же самое было бы от фармации. Что мы имеем с аптеки? 2000 гривен в месяц. Есть подспорье. Общая сумма от аренды, полученная в БСМП за 9 месяцев, составила 270 тысяч гривен. Деньги, которые пошли на ремонт оборудования, медикаменты и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, есть договор с аптеками о том, он подписан двумя сторонами, о том, что при любой чрезвычайной ситуации, в условиях дефицита финансирования медикаментов, нам аптека предоставляет моментально, всю секунду, все, что нам необходимо для оказания помощи, и потом мы с ней уже в кредите рассчитываемся за полученные медикаменты. Возможно ли это или нет с коммунальным предприятием, конечно, вопрос, но мы еще не подошли к сотрудничеству, пока вот с этими аптеками так сотрудничаем. Спасибо. Второе. Еще не закончил, пожалуйста. Самые высокие. Где? Фармации. Я поэтому говорю. Значит, дальше, третий вопрос. Если бы собрать людей, которым те аптеки, которые есть при лечебных учреждениях, надали бескоштовную допомогу в виде благотворительности, они бы в этом зале не поместились. К сожалению, очень много людей необеспеченных поступают в больницы, когда необходима срочная моментальная помощь. Первый час реанимации больного после тяжелой ДТП составляет обычно от 1,5 до 3 тысяч гривен. Теперь давайте обратимся, сколько мы имеем сейчас на один койко-день. 22 гривны 91 копейка по больнице скорой медицинской помощи. Только человек не сапиенс может понять,
не поверит, что за эту сумму оказать помощь действительно на сегодня, ургентную помощь неотложную, практически, не практически, вообще невозможно. Снимок грудной клетки стоит на сегодня себестоимость 50 гривен, лист, грудная клетка. Сделали снимок, 2 дня человек не должен получать ничего по медикаментам. А в медикаменты статью по КЭКу, по коду экономической классификации, входит не только таблетка и укол, рентген-пленка, лабреактивы, дезинфицирующее средство. Человек даже не видит того, на что выделяются эти деньги, когда он пребывает в больнице. Отсюда и непонимание иногда. Поэтому вынужденная пока эта мера. У нас аптека есть, которая помогала медикаментами бойцам, помогала медикаментами людям на Майдане. Сегодня она приходит на помощь ночью, когда звонит главный врач и говорит, что случилось что-то, безвозмездно. Сможете, потом больница рассчитается. И у нас мы рассчитывались обычно с тех благотворительных фондов, которые у нас были. Да, сейчас мы подошли к грани, потому что действительно делаются семейные амбулатории. Делается, ну, много делается для того, чтобы облегчить жизнь людей, приблизить к ним помощь. А люди не видят, мы не видим удовлетворения людей от того, что все равно приходится покупать медикаменты, тратиться. Вот сегодня мы пришли к тому, что городской голова изыскал средства, которые можно компенсировать, закрытие фондов. То есть есть альтернатива, конструктивная альтернатива, благодаря которой можно повесить замок на фонд, что мы и сделали сейчас, и оставить его только для таких как меценатов, как у нас в наблюдательном совете БСМП, 14 человек наблюдательного совета. Каждый из них не меньше, чем на 500 000 помог больнице. Я думаю, что можно много говорить, все упирается в хозяйственные вопросы. Если бы это выгодно было больным, если бы это было выгодно больнице, то никаких вопросов у нас не было. Думаю, в перспективе, поняв это, мы нашли уже общий язык, по крайней мере, с руководителем фармации. И у человека есть понимание этого вопроса, есть стратегия развития своего предприятия. Если оно даст паростые вот такие взаимопонимания, то мы обязательно будем с ними сотрудничать. Спасибо. Удивительно, что за столько лет, наконец-то, только сейчас это понимание появилось, но будем надеяться на чудо. Я полагаю, что Михаилу Васильевичу сейчас самый раз подхватить эстафету, Александра Евгеньевича, пожалуйста. Да. Я думаю, что Александр Евгеньевич озвучил достаточно широко и, в принципе, базу подвел для того, чтобы я мог спокойно выступить в защиту того, что он говорил. Но есть, вы правильно сказали, что сон разума порождает чудовище, но более чудовищного отношения, чем у нас, к медицине, к тому, что происходит на самом деле, трудно себе представить. Потому что если стоимость лечения среднестатистического больного, который Александр Евгеньевич еще сказал, 22 гривны в среднем, это нормально. А химиотерапия на одного больного, которая зашкаливает просто все мыслимые и немыслимые объемы. И мы сталкиваемся с проблемой, которую мы за 16-й год еще ничего не получили. Ни централизованных поставок, это тоже МОЗовские поставки, это тоже МОЗ взял на себя. Обеспеченность наших граждан Николаевской области, которые нуждаются, ежегодно мы берем на учет до 5000 граждан области. Можете себе представить, какая востребованность в этих химиотерапевтических препаратах, потому что онкология – это не только хирургия, это не только химиотерапия, это и лучевая терапия, это и химиотерапия, это комбинированное, это обследование 3 специалистов. Когда я пришел работать главным врачом в онкодиспансер, меня поразило то, что единственный на Украине диспансер, где не было компьютерного томографа. Единственный диспансер, где не было перезаряжен более 5 лет гамматерапевтическая единственная установка работающая. Но я столкнулся с тем, с проблемами переноса утечек горячей воды в радиологическом корпусе. Отсутствие крыши, кровли в радиологическом. Мы стояли с зонтиками, накрывали эту бомбу, говорит, грязную бомбу, которая могла бы быть зонтиками для того, чтобы не попадал дождь во время паводков, во время таяния снегов. Это был кошмар. И мы создавали, мы писали, мы обращались, и хорошо, спасибо, откликнулся облсовет через комиссию чрезвычайных ситуаций. Мы добились, что нам перекрыли крышу, мы получили
уже какую-то стабильность в плане защиты над гамматерапевтической установкой, но она остается по-прежнему одна. Нам удалось ее перезарядить в первый же год всеми возможными усилиями, которые были, потому что усилий было неимоверно. Начались прыжки в ценах, начались вот эти все, стоимость перезарядки нашей гемотерапевтической установки больше 1,5 миллиона, там 1,750,000. 50 тысяч мы за счет фонда недостающих, хорошо, что был фонд, и мы их вытащили и заплатили, потому что без этих 50 тысяч мы бы не получили возможность перезарядить гемотерапевтическую. А обслуживание, которое ежегодное обслуживание, мы не получаем копейки по бюджету на обслуживание этих установок. Мы не получаем колоссальных... Ну, о чем мы сейчас говорим, о каком-то непонятном для меня, будем говорить, бюджете, который бы можно было растягивать, ну, как баян. И он бы все равно... это было бы то, что мы бы играли, в общем-то, траурные марши все время. Потому что, глядя на то, что происходит, постоянно, знаете, мы не получив ни одной копейки, мы отписываемся, будем говорить, на те жалобы, то количество колоссальных жалоб, где у нас просто круговорот вещей в природе. Нам пишут на министерство, мы получаем по кругу, получаем, я отписываюсь на то, почему ни министерство не допоставило медикаменты. Какое я отношение, как главный врач, имею к этому вообще? Конечно же, первое, что я пришел, я увидел все состояние диспансера. Конечно, диспансер, который мне, казалось бы, должен быть, ну, третий уровень, это уровень того, колоссальное количество больных, квалифицированнейшие доктора, которых, в общем-то, в принципе, то, что они делают, это то, что они трудятся в этих условиях, и то, что они принимают по 70, по 80 человек в день одни маммологи, 50, 30, 50 человек принимают гинекологи. И этот бюджет, который в 98 году больше около 200 ставок, 198 ставок, было просто выхолощено из бюджета диспансера, они пропали. Поэтому количество докторов урезано до минимума. И мы еще умудряемся выезжать на периферию и прочее-прочее. Будем говорить, даже по просьбе депутатов, мы выполняем все свои обязательства перед плановыми выездами в районы. У нас создана выездная поликлиника. Это все привлечены средства. Вы знаете, сколько мы сделали за эти 3 года ремонтов? Мы переоборудовали 1 операционную, мы получили оборудование, мы выиграли гранты. Мы занимались тем, что мы насыщали диспансер необходимыми для жизнеобеспечения средствами. Я не могу и не буду комментировать все, что до меня было, потому что я нормальный человек, я не хочу этого и никогда не занимался этим. Но у меня есть вопрос. Вопрос, касающийся, если этого нет, каким образом и бюджета нет, и денег нет у нас, будем говорить, на приобретение дорогостоящего оборудования. Как мы должны выходить из ситуации? Был создан фонд по инициативе моей. Мы, все мои доктора, он не является фондом, он, будем говорить, принадлежащим диспансеру. Он не на территории диспансера, он за диспансером. Он зарегистрирован в диспансере, это правда. Но каждый наш заведующий является, будем говорить, так как вы эксперты, они являются членами правления этого фонда. Они решают, куда, какие деньги мы будем направлять. На фонде работает один бухгалтер, который принимает все через банкомат все деньги. Это я могу говорить бесконечно, поэтому давайте я ограничусь тем, что когда человек добровольно идет, вкладывает деньги в банкомат, он не может, ты его насильно за руку туда не ведешь. И это его добрая воля. Поэтому стоять у автомата и спрашивать, куда вы, зачем вы кладете эти деньги, это бессмысленно, ну, это неправильно с моей точки зрения, ни юридически, ни по-человечески. Спасибо большое. Наталья Железнова готова ответить. Игорь Финкельштейн ждет своей очереди, однако давайте все-таки послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Ярослав Владимирович. Здравствуйте. Добрый совет от старого предпринимателя. Михаил Васильевич, совет такой. Придется с насморком из чиновников, которые мешают вот там работать. Признайте у них онкозаболевание, они вам все помогут и все сделают. А потом скажите, я ошибся.
Ничего страшного, с них надо тоже снимать кое-что. Удачи вам и здоровья. Спасибо, Владимир Никитович. Это наш постоянный зритель Владимир Никитович Смирнов. Спасибо, в том числе, и за краткость. Наталья Железнова, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ну, по сюжету и потому, что сейчас было сказано нашими гостями в этой студии, я хочу сказать следующее, что в августе 2016 года в Николаевской области стартовала программа «Всеукраїнська протидія неформальним платежам в закладах охорони здоров'я». Вона імплементується вже по всій країні, 18 областей, извините, я піду на русский, приняли участие в этом деле, практически везде позитивные результаты, и Николаевская область не исключение. Я скажу только следующее, что наконец-то Николаевская область как бы стала примером для всей Украины. В чем она стала примером? В том, что у нас были достигнуты договоренности и с областным управлением охраны здоровья, которые издали наказ, регламентирующий работу благотворительных фондов и медицинских учреждений. Теперь у нас медицинские учреждения, которые захотят работать с лечебно-профилактическими закладами области, обязаны будут заключать договора, обязаны будут 80% собранных средств пускать на непосредственно на нужды той больницы, где они работают. То есть это прозрачность, это подотчетность, это то, за что мы боролись, и то, что даст колоссальный резерв нашим больницам и даст нам наконец-то видеть, куда же идут наши средства. В подтверждение этого я скажу, что вот Владимир Михайлович может подтвердить, недавно мы посетили его медицинское учреждение с мониторингом, посмотрели, куда идут благотворительные внески, какие сделаны ремонты, какие сделаны непосредственно улучшения. Посмотрели, действительно, что отсутствие финансирования государственное на это все по документации. То есть здесь я как бы поддержу. Теперь вторая модель, которая у нас развивается уже в городе, которая тоже кардинальная такая, скажем, тоже поставила практически всю нашу страну лицом Николаеву, когда были кардинально запрещены благотворительные фонды. То есть бюджет будет изыскивать непосредственно средства для того, чтобы компенсировать вот эти вот суммы, которые были привлечены для того, чтобы полностью ликвидировать поборы. Я хочу сказать, что две эти модели, которые у нас есть и в области, и в городе, они позитивные, это динамика, это что принесет в итоге большего для лечебно-профилактического учреждения, мы посмотрим только со временем. Сейчас это тяжело сказать, но то, что это есть, то, что с поборами разбираются, то, что как бы вот эти вот, я еще раз скоординирую момент, вопрос в поборах, вопрос в принуждении к внесению благотворительных взносов. С этого мы начинали в августе, сейчас мы пришли к тому, что это полностью ликвидировано как в областном направлении нашей больницы области, так и в городском. А как оно будет уже по результатам, мы уже посмотрим со временем, когда мы уже будем видеть, как эти две модели работают и как они позитивно влияют на наши медицинские учреждения. Спасибо большое. Я не зря смотрю в Facebook. Зрители благодарят Александра Евгеньевича и Михаила Васильевича за подробные, честные, откровенные ответы. Татьяна Кротова хочет. Давайте тогда Татьяна, Игорь Финкельштейн. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Кротова. Я заместитель главы Координационного совета общественной организации «Медицинский контроль». Хотела копнуть чуть глубже, копнуть чуть-чуть в законодательство. Есть такой законопроект, который называется 2309 АД, про улучшение функционирования закладов охраны здоровья. Соответственно, в этом законопроекте предлагается изменить полностью систему функционирования именно здравоохранения. Соответственно, если приводить пример, это изменение с механических часов на электронные часы. Этот процесс трудоемкий, нам надо заменить все шестеренки, вставить туда какие-то диодики и все переделать. Вот, ну, в принципе, такие должны быть изменения. Одним из пунктов этих изменений является статья 24, которая говорит про создание общественных наблюдательных советов. Если не ошибаюсь, закон был принят 21 апреля 2016 года в первом чтении. Сейчас он будет проходить второе чтение и уже будет принят тогда в целом. Согласно этой статье, общественные наблюдательные советы – это будет коллегиальный орган, в котором будут сотрудничать как представители общественности, так и представители обладминистрации, представители муниципалитета. То есть фактически все доноры
этого учреждения. Так как учреждение наполняется из государственного бюджета, идет субвенция, дальше субвенция из подчинения, в котором пребывает больница, и, как мы знаем все, благотворительные взносы тоже являются неотъемлемой частью сегодняшней системы здравоохранения и лечебных учреждений. Соответственно, вот эти вот три фонда наполнения должен кто-то резервировать, контролировать. Для этого и создаются вот эти общественные наблюдательные советы, которые будут исполнять ряд функций, и после этого уже непосредственно каждый граждан через публичную, через ту же систему интернет смог бы просмотреть, куда идут, какие затраты. Я вот разговаривала и с областью, и с городом по поводу проекта создания пилотов таких наблюдательных советов до того времени, когда закон вступит в силу. И уже на базе пилотных больниц тогда реализовывать проект общественного наблюдательного совета, как это будет принято в законе 2309 АД. Спасибо. Спасибо большое. Александра Пулиткина, думаю, может многое рассказать об советах. Михаил Васильевич, тоже я вижу, что вам есть что добавить, однако Игорь Финкельштейн давно дожидается своей очереди. Давайте все-таки его послушаем. Игорь Финкельштейн, общественный активист, врач. Я хочу вернуться к тому вопросу о беременной женщине. Мне часто приходится с этим сталкиваться. Заселье, да? Заселье, да. И только заселье. Это действительно так. По всей видимости, Маргарита Александровна, информация застарела, потому что, наверное, эти выездные бригады не только на бумаге существуют. Потому что там месяцами не бывает. По крайней мере, вот после акушера-гинеколога это точно, потому что приходилось беременной встречаться. Но еще хотелось бы коснуться Михаила Васильевича. Вот Михаил Васильевич — это конкретный пример, успешный пример молодого главного врача. Вы ведь молодой главный врач, вы всего 3 года работаете. Как организатор здравоохранения, вы молодой, всего 3 года. Тогда возникает другое. Почему? Это больше вопрос к Маргарите Александровне. Почему у нас всячески препятствуется тому, чтобы возникали такие же молодые главные врачи, а многие уже десятками лет сидят на своих местах? Что вы хотите, может, о конкурсах что-то хотелось бы услышать? Поговорим, у нас есть первосюжет о конкурсах. Потому что это очень интересно. У меня вообще, Маргарита Александровна, еще такой интересный вопрос. Я знаю прекрасно доктора Ведяпина, сейчас главного врача отстраненного, и доктора Бута. И вот мне странно, почему, чем, говорится, доктор Ведяпин оказался хуже доктора Бута? Ведяпина убрали с работы, а Бут — исполняющий обязанности. Я думаю, этот вопрос... Хотя в 3 судах доказано, что человек проворовался. Вам стоит задать этот вопрос Вячеславу Боне, у нас об этом есть сюжет, мы об этом поговорим. Точно не Маргарита Александровна принимала вопрос. Вячеслав Валентинович сейчас готовится к завтрашней сессии. Однако, поверьте, вы тоже услышите его позицию. В частности, завтра будем брать у него комментарии, возьмем и об этом. Маргарита Александровна, пожалуйста. С чего начинать? С конкурсов? Ну, я думаю, что уже достаточно этот вопрос освещался и в прессе, и в интернете, и уже вылито и на меня, и на управление такой уж от грязи, что уже не знаю, как можно отмыться. Но еще раз хочу сказать, что управление охраны здоровья не имеет никакого отношения к проведению конкурсов. Это раз. Это прерогатива областной государственной администрации. Второе, то, что приостановлено, а 19 августа все были уволены врачи, это также не нами принимался вопрос. Контракты, когда заключают главные врачи, они не с нами заключают главные врачи контракты, а с областной государственной администрацией и областной радой. Вот, поэтому для нас, как для управления, даже вынести выговор главному врачу лечебного заведения, это практически несбыточная мечта, даже если мне нужно доказать, понимаете? Вот. Вот в такой ситуации находится управление, это для того, чтобы вы знали. Значит, с вами сидит рядом доктор Федорова, значит, которую я вижу в первый раз, я думаю, что она видит меня тоже в первый раз вблизи, которая имела ряд публикаций о том, что я там кого-то увольняю, кого-то призываю. Вот. Дело в том, что когда нас вызвали посмотреть документы, единственное, что я посмотрела документы, согласно того перечня требований, которое было выдвинуто приказом МОЗа. Это одно. Второе.
Когда будут проведены конкурсы, я тоже пока не знаю. Это вопрос губернатора, ему принимать решение. И я думаю, что Вячеслав Бонь тоже ну, такого конкретного вам не даст ответа в этом отношении. Я думаю, что конкурсы будут. Распоряжение губернатора области есть по этому поводу, предыдущего губернатора. Ну, будем ждать. Спасибо. Ну, Светлана Федоровна очень хочет это прокомментировать. Хотя, собственно, я по той теме, которая она главным образом хотела выступать, все-таки предполагал сначала сюжет посмотреть. Ну, говорите, пожалуйста. Ну, у меня два вопроса именно к Маргарите Александровне Капусте. Во-первых, немного я услышала от Лукавого, потому что как обстояло дело. Во-первых, у меня вопрос первый. Каково ваше личное, Маргарита Александровна, отношение к возможности проведения конкурса? Ну, довольно странная позиция, как начальник облздрава. Если вы против конкурса, это одно, тогда у нас вопросов нет. Если вы допускаете, как начальник облздрава, такую возможность, когда не назначается кто-то один, а возможность выбора между двумя, тремя, десятью претендентами, так? То есть, если вы такую возможность допускаете, дальше следует вопрос. Почему вы лично, это мне информацию дали в областном ВОГА, то есть это я не придумала, меня пригласили на конкурс, стояла дата 1 августа, у меня приняли все документы. У меня высшая категория по инфекционным болезням, 20 лет стажа в одной и той же больнице и так далее. Вы нашли якобы квалификационные требования 2002 года. Мы уже с Ярославом здесь обсуждали на контраргументе. Это старые требования. Есть 2007 год, додатки. У меня есть ответ из Минздрава, где написано, что это не обязательно. Что там было указано? Что я, чтобы стать, претендовать на место главврача, должна иметь стаж работы главврачом уже 10 лет. Я прошу прощения из присутствующих главных врачей, тех, кто назначал. Мы что, в институте бегаем вечерами, подрабатываем главврачами, а потом выходим со стажем 6 или как? То есть что это за требование, откуда оно? Это раз. Второе, я должна была иметь курсы по организации здравоохранения. Откуда у меня эти курсы, если я заведующая отделением и проходит их главный врач? При этом мой оппонент, упомянутый здесь Бут Владимир Яковлевич, он тоже не имеет эти 10 лет стажа. Более того, у него не было квалификационной категории ни по инфекционным, ни по каким другим болезням. В 91 году по хирургии все. У него судимость и хищение, доказанное ГФИ. Но, тем не менее, вы его рекомендовали, а меня не рекомендовали. Вопрос первый. У вас личная неприязнь? И вопрос второй, сразу кратенько, две секунды. Я хочу спросить, есть ли у вас чувство личной ответственности за своих подчиненных? Вот я, как заведующий отделением, если у меня есть санитар, допустим, назовем Вова. Вот санитар Вова пьет, подкалывается, курит, не имеет отношения к утке, к тазику, к тряпке, не выполняет свои, не знает, что такое медицинские обязанности. Мало того, Вова звонит по ночам подчиненным, вице-губернатором, хамит, угрожает, звонит пациентам. Я такого санитара Вову уволю как заведующая, понимаете? Как вы, как начальник облздрава, вы имеете рычаги хоть какого-то влияния на вот таких вот рода подчиненных? И не говорите сейчас, что вы не имеете ничего, это все ага. Есть закон о держслужбе, вы можете отстранить. Ведя пенот отстранила, ага, хорошо. Вы можете вынести порицание и так далее. В конце концов, коротко суммирую два вопроса. Почему вы рекомендовали меня не допускать к конкурсу? Есть квалификационные требования, в которых уже не нужно эти 10 лет стажа, и никто из главврачей их не имел. И второй вопрос, есть ли у вас чувство личной ответственности за ваших главврачей? Спасибо. Ну, Маргарита Александровна, я думаю, что лучше все-таки я ответить думаю, в прямом эфире, чем вот так вот переписываться. Я не пришла сюда выяснять отношения, да, с некой докторшем, доктором Федоровой. Вам в письменном виде даны все ответы. Наша юридическая. Федор, давайте, пожалуйста, по очереди. Марита Александровна молчала. Пожалуйста, слово, Марита Александровна. Значит, Марита Александровна, пожалуйста. Я думаю, что для такого разбора мы сюда не собирались. Есть более глобальные темы в здравоохранении, чем ваше выяснение взаимоотношений между вами и Бутом. Это раз. Светлана Федоровна, если вы не прекратите перебивать гостя, мы просто не будем больше с вами встречаться. Пожалуйста. Ну, вы пришли для того, чтобы на общих основаниях участвовать в программе. Пожалуйста, Марина Александровна. Если вы пользуетесь какими-то сведениями, досужими из областной государственной администрации, которые вам выносят после каких-то совещаний, это проблемы ваши. Ответственность за моих главных врачей, как вы сказали, они не мои, они наши. Потому что они живут и работают в нашей среде. Я несу ответственность за главных врачей. Но для того, чтобы вынести выговор кому-нибудь, хотя бы из главных врачей, я имею такой прецедент. Я 6 месяцев обивала пороги,
областной администрации. Областная администрация вышла на областной совет. Областной совет вчера закончила 6 месяцев по законодательству. Сегодня мы уже не имеем права вынести ему выговор. Сегодня была сессия, естественно, вопрос никакой не принят. Понимаете, у нас очень большое идет законодательное еще несоответствие между всеми вот этими ветвями и власти, и тех процессов, которые происходят. Поэтому я считаю, что это какие-то такие вопросы вы задаете здесь неуместные. Ну, поскольку вы их задали, значит, я все-таки думаю, хотя в нашей стране отсутствует законодательство, что мы должны выбирать на конкурсной основе руководителя там, лечебного заведения. Такой закон есть только в культуре. Ни в освите, ни у нас его нету. Вот. Но здесь, в том положении, которое имеем мы имеем распоряжение губернатора, распоряжение юстированное. То есть, может быть, два решения. Либо это будут конкурсы, либо это будет какое-то собеседование. Это как уже решит глава областной администрации. Да. Ну, лучше. Спасибо, Александр Евгеньевич. И, я так понял, есть вопросы у Виолетты. Да, пожалуйста, Александр Евгеньевич. Я абстрагируюсь, действительно, но мероприятие такое, чтобы на личности не переходить. Действительно, у меня ровные отношения практически со всеми докторами города и области. И я стараюсь этим дорожить и считаю, что это один из больших кладов моей жизни, когда у меня столько друзей. Я хочу сказать свою историю, коротко. Санитар, медсестра, студент, врач, ординатор, интерн, врач и ординатор, который, будучи врачом-ординатором, сделал ремонт в отделении, где он работал, не подозревая о том, кем он дальше будет. Затем в течение 5 лет я исполнял обязанности в течение летних отпусков по очереди то главного врача, то ночмеда. И только после этого был вызван 22 апреля, в день рождения Анатолия Леонтьевича Ярового, в кабинет к нему и проинформирован на том, что он рекомендует меня на должность главного врача. Вот. И я про что хочу сказать. Дело в том, что конкурсы, те, которые мы имеем сегодня в виду, иначе как, не хочу называть плохих слов в этой студии, но не могу назвать иначе. Почему? Давайте честно посмотрим друг другу в глаза и сегодня скажем. Конкурс с полицией. Провал или победа? Только у нас не будет оттенков. У нас будет черное и белое. Вот на сегодняшний день мы потеряли колоссальное количество профессионалов. Как бы мы их сейчас ни называли. Некоторых назовут сепаратистами, некоторых назовут взяточниками. Вспомните послевоенные годы. Историю надо знать, уважать и любить. И то, что было послевоенное время с нашей системой МВД, привело к тому, что, к чему привело. Мы долго потом реабилитировались. Сейчас на руках огромное количество оружия. Сейчас у нас в городах много людей с измененной психикой. Причем объективной, то есть мы стараемся этому способствовать вылечиванию их. Да, у нас есть психологи, которые сейчас помогают бойцам АТО. Но действительно, мы столкнулись с большой проблемой. Сейчас проводить конкурс в том виде, в котором он был, вот как было с полицией национальной, я считаю, это унизительно для врачей, без исключения, кандидат он или действующий главный врач. Почему? Да вспомните вашу профессию, господа. Времена Гиппократа и Авиценны. Сегодня звучала здесь клятва Гиппократа, что да, надо ссылаться на нее. Вспомним, что клятва Гиппократа это была клятва ученика своему учителю, не пациенту. Совет старейшин, высший медицинский совет принимал решение, достоин врач практики врачебной или нет. Кто в него ходил? Да хоть один общественник там был. Надо знать, сколько, какой болью, кровью и слезами дается профессия врача. Я закончил 4 года медучилища. Ушел сам из школы, не уведомив даже своих родителей. 6 лет институт, 10 лет. 2 года интернатуры, 12 лет, год специализации по нейрохирургии, 13 лет, если добавить все наши предаттестационные циклы тематические, ну все 15 лет.
Вы меня извините, меня будет оценивать человек, который иногда, который не имеет 8 классов. Такого не будет. И ко мне недавно пришел один из наших активистов, Юрий Юрин, я его очень уважаю, человека за очень, ну, такую твердую позицию жизненную. Это горе жизненное его привело к этому, но тем не менее он ее имеет. Хотя некоторые почему-то считают, что человек не в себе немножко. Но я его уважаю очень. Он меня спросил, где тебе помогать, когда будет конкурс? Я говорю, Юрочка, я на этот конкурс не пойду, если нас коснется городских лечебных учреждений. Принципиальная позиция. Я нейрохирург. И я буду заниматься любимым делом, будучи на месте главного врача или нет. Но тот конкурс, который был, это ганьба, я считаю, для Украины. Любая ассоциация врачебная иностранная поднимет нас на смех. Если оценку деятельности врача будет давать не профессионал, не профессор, не доцент, не кандидат меднаук, не хотя бы его коллега в звании. Поэтому я очень уважаю действительно настоящих общественников. Я очень уважаю волонтеров и активистов, с которыми у нас очень хорошая взаимосвязь и помощь всегда есть. Но я категорически против, чтобы они принимали участие в оценке врачебной деятельности. Спасибо большое. Подождите, пожалуйста, Игорь, у нас будет сюжет о конкурсах. Я специально его подготовил для того, чтобы... Подождите, Игорь, я дам вам слово. Дайте, пожалуйста, сейчас есть вопрос. Я не смотрел ни на кого. Игорь, я вам обещаю, что я вас для того и пригласил, чтобы вы получили слово. Поверьте, вы его получите. Виолетта, пожалуйста, Михаил Васильевич, Игорь. Я нарешті долучусь до розмови. Я нещодавно Маргариті Олександрівні розповідала, що я сама мріяла стати лікарем. Але я розумію, яка це відповідальність, що це щоденно треба самовіддано працювати. І якщо я мала сумнів, то я не візьмусь за це, бо це дійсно відповідальність, і кожен лікар має це розуміти. Сьогодні ми протягом програми говоримо про різні проблеми у галузі медицини, але спілкуючись з нашими городянами, я розумію, що для них є одна проблема в галузі медицини – лікарі. Тобто вони не розбираються, що там, де, як постачаються, як фінансування проходить. У них є проблема. Лікарі погані. Хочу ще раз нагадати нашим жителям Миколаєва, не варто на всіх кріпити один ярлик. Якщо вам зустрілася людина, яка вас зустріла не дуже якісно, не кваліфіковано, не треба всіх під одну гребінку, як то кажуть. Тому що всі люди різні, у всіх настрій різний, тому будь ласка, поважно ставтесь до роботи лікарів, вона невдячна, на жаль, на сьогоднішній день. Та в мене є питання. На моєму журналістському досвіді був проблемний матеріал у лікарні швидкої медичної допомоги. У вас лежав у лікарні відомий миколаївський судномоделіст Павло Гришков. Він поступив до вас з діагнозом онкологія, якщо я не помиляюсь. Не буду поглиблюватись у цю... Не по останньому, я просто не захопилася, неправильно буде сказати захопилася. Я дуже турбуюсь за цю людину, бо я взялася за цей матеріал декілька місяців тому. І все ж таки я не можу заспокоїтись. Ця людина потрапила до вас з певним діагнозом. І, на жаль, через деякий термін, не визначивши повністю діагноз, як мені повідомили родичі і потім вже лікарі, його виписали додому. Я хочу спитати, чи проводиться і надалі його обстеження? Бо людина з вагою, і він не може самостійно переміщуватись до лікарів, і це дуже накладно для родичів. От мене питання, у таких випадках продовжується слідкування за цим хворим? Ведення цього хворого. Дякую за питання. Я розповім. Я не дуже пам'ятаю той діагноз, який був. Чесно, не пам'ятаю. Але, що я маю зауважити на що? Лікарня швидкої медичної допомоги має свій функціонал. На сьогодні ми маємо надавати допомогу в гострих станах. На жаль, в нас були такі випадки, коли ми приймали хворого, оперували його з перфоративною язвою шлунку, перитонитом.
Він одужував, але після зняття швів ми через 7-10 днів його виписували і давали нараду. Через місяць до мене приходить цей хворий, одужавший вже пацієнт, та каже: я маю написати скаргу на ваших лікарів. Чому? Тому що поки я тут лежав, мені було погано. Але лікар от у цій поліклініці, номер 3, яка біля нас, нашого корпусу знаходиться, мені сказав, як треба брати морковочку, буряк, яку дієту прописувати. І я став одужувати. О чому мені казати хворому? Що ви вижили тільки благодаря хірургам БСМП після перитоніту. Лікарі, які здесь знаходяться, знають, що це за діагноз. Яка літальність при ньому. Чи казати, що це добре, що в поліклініці є лікар, який взяв вас до уваги та зробив те, що мав зробити. Цей хворий, я пам'ятаю тільки по вазі, що ви кажете, не зважайте, але ну, дуже багато пацієнтів ми маємо, і всіх запам'ятати дуже, дуже скрутно для мене. Але я пам'ятаю цю вагу цього пацієнта, і те, пам'ятаю, що було важко його пересувати навіть між відділеннями, навіть між кабінетами функціональної діагностики. Але якщо цей пацієнт на теперішній час живий, то це заслуга тоді лікарні швидкої медичної допомоги. Бо всю іншу роботу має виконувати ті лікарі, які наглядають його на дому або посилає на стаціонарне лікування в профільну лікарню. Все, що я можу казати. Але якщо буде питання по цьому пацієнту, я подивлюся і можу докладніше розповісти. Дякую, Михайло Васильович. Олександр Євгенійович, зараз Михайло Васильович, потім Ігор Фінкельштейн. Будь ласка. Я хотел бы вернуться к тому, что, в общем-то, у нас по тем общественным, в общем, организациям, которые формируются по попечительским советам, мы уже говорили с Татьяной Железновой, говорили по поводу того, что у нас, она меня назвала Владимиром Михайловичем, поэтому я и отомстил. Вот. Поэтому, да, действительно, мы были зарегистрированы первыми и заключили договор. Есть два момента. Общественные попечительские советы из общественников, которые создаются, ну, должны были бы быть, на мой взгляд, созданы из горожан, которые были бы, ну, достаточно свободны в выборе своем или достаточно состоятельны, чтобы не возникало тех конфликтных ситуаций, которые потом появляются вот у нас по тем общественникам, которые приходят просто в больницы. И если бы это были, вот, допустим, те граждане типа таких вот меценатов, которые действительно были бы, имели бы свои льготы еще к тем своим взносам, которые бы они вкладывали в развитие, создавались бы фонды какие-то, точно так же, как и на Западе, создаются же фонды одного там мецената, я поименно могу называть, но для этого ничего ни о чем не скажет вам, но есть именные фонды, аккумулирующие в себе колоссальные средства, которые идут на развитие любой отрасли, как узкопрофильной, так и любой отрасли медицины. Это важно очень. Если бы у нас был меценатом Велиев, допустим, тот, ну, кого мы возьмем? Те, кто из горожан, которые бы действительно были бы состоятельны и могли бы оказывать эту помощь. Да? Гальперин, ну и прочие. Их можно перечитать достаточно много у нас таких. Тот же Богомаз. Те люди, которые действительно могли бы составить ядро и действительно могли бы оказывать помощь независимо от, и не заглядывая, но контролировать это все. Спасибо. Я хочу сказать только сейчас Игорю Фенкельштейну еще дам слово, что
ну, допустим, ваша активность, там, в том числе и в сфере медицины, ну, мне понятно, вы все-таки человек с медицинским образованием и с достаточно большой историей именно медицинской. Светлана Федоровна, я тоже понимаю, хотя там, возможно, есть какие-то личные моменты, ну, может, нету, такое дело. Но, по крайней мере, понятно ваше образование. Для меня абсолютно непонятно, как люди, которые не просто не имеют ничего общего с медициной, но которых даже из общественных организаций, занимающихся медициной, в частности медицинский контроль, просто с позором выгоняют, по-прежнему продолжают терроризировать медиков, рассказывая о том, как они должны лечить. Для меня не менее непонятно, чем то, о чем говорит Александр Евгеньевич, были, например, конкурсы, на которых скауты выбирали директора театра. У меня один знакомый говорит, слушай, а что они на этом конкурсе делают, директора? И там песни им поют, они знают, или там сценки разыгрывают. Как их оценивают? То есть, где та самая ответственность общественников, мы не раз уже об этом говорили, за тех, кого они выбрали, протолкнули или задробили? Игорь Иосифович, пожалуйста. Ну, не знаю, кому из вас первого отвечать, вам или доктору Демьянову. Ну, начнем с доктора Демьянова. По порядку, да. По порядку. Я тоже в 69-м году пришел санитаром, а в 77-м году уже был главным врачом в поселковой больнице. Но вы как раз подтвердили то, о чем я говорил. Вы были кадровым резервом Ярового. Вас готовили на должность главного врача. Ну, вы сами об этом, только что. Так и должно быть. Нормальный главный врач так и делает. Он всегда готовит себе замену. И так всегда было раньше. Я работал еще с Красножовым Георгием Ивановичем. Ступеньки. Конечно. Сейчас этого нет. Это отсутствует. Это говорит о том, что не готовят. Правильно. Не готовят, абсолютно не готовят к этой работе. А как раз нужно готовить доктора. Насчет общественников. Я тоже общественник. Я этому не стесняюсь. Я вот вынужден, я знаю, о ком вы говорите, вы говорите о Дмитрии Рябченко, я с вами не согласен. Значит, в Николаеве создана общественная организация «Медконтроль». Немножко с другим названием, тоже «Медконтроль». И, наверное, стоило бы его сюда пригласить, чтобы, так сказать, ну, за глаза не, человек смог оппонировать. Знаете, у меня, как у журналиста, очень широкий диапазон приемлемости, но все-таки у меня существует определенный порог брезгливости. Я хотел бы после того, как вы закончите, дать слово представителю медконтроля, чтобы понять, за что все-таки его выгнали. Ну, смотрите, я насколько знаю, у Дмитрия Рябченко в организации там есть и медсестры, и не одна, и фельдшера, так что там есть медицинские работники в его организации. Понимаете? И говорит, тут не совсем, мне кажется, объективный подход. Все-таки в таких случаях, может быть, стоит какую-то передачу сделать, чтобы встретились. Потому что как-то странно, у нас есть свой медконтроль, а приезжаете решать вопросы. У нас есть свой медконтроль. Это хорошо. Татьяна, пожалуйста. Еще один вопрос. Они с медицинским образованием или нет? Да, хорошо. Вот, кстати, тут есть и Александр Бриткин, он тоже точно с медицинским образованием. Юрий, пожалуйста, сейчас секундочку, пожалуйста. Татьяна, очень хочется понять, что же там случилось у вас в медконтроле вашем. Ну, хотела сказать, что да, у нас с Дмитрием Рябченко, я не скажу, что это возник именно конфликт, это возникло, видимо, непонимание уставных целей нашей организации и тех, как бы, направлений деятельности, в которые мы начали, ну, что мы начали делать. Соответственно, мы Дмитрия много раз выслушивали, много раз публиковали на сайте общественной организации «Медицинский контроль» его материалы. А потом он сказал, что вот я не согласен полностью с вашей деятельностью. Мы сказали, что ну давай обсуждать, давай пытаться найти какие-то точки соприкосновения. Но тем не менее, потом Дмитрий множество раз, в том числе и в Фейсбуке, ну то есть в социальных сетях заявил, что нет, мне ничего не говорили, меня выгоняют, меня не понимают. И сделал несколько резких высказываний по именно уставным целям и направлениям деятельности медицинского контроля. После этого мы посчитали, что его поведение недостойно того, чтобы быть участником и членом медицинского контроля. Не помню точную дату, когда Дмитрий покинул ряды общественников медицинского контроля, но это было сделано и избрано легитимным путем, путем работы координационного совета непосредственно нашей общественной организации. Спасибо. Нет, я просто хотел понять, на самом деле, ну не я, в общем-то, это начал.
Александр Плиткин, всю программу молчал, но у вас, в общем-то, есть достаточно широкий опыт взаимодействия с общественностью. Хочется услышать. Юрий, я вижу, сейчас дам слово. Александр Плиткин. Я прошел такой же путь, как Александр Евгеньевич. Вот. Я так понимаю, все в основном главные врачи начинают с санитаров. Вот, да? И потом, это правильно. Да, да. Потом неожиданно, в общем-то, да, становится. Я хотел немножко сказать два слова буквально о общественном наблюдательном совете. Мы вот совместно с Татьяной уже не один месяц работаем над данной темой, вот, и он немножко отличается от других формирований, вот, потому что в общественном наблюдательном совете там таки, да, присутствуют именно обычные наши горожане, вот, там непростой состав, туда входят и депутаты городского совета, туда входят общественные деятели, вот, туда входят профсоюзная организация, вот, и она контролирует расход средств, которые приходят в больницу не только от благотворительных фондов, вот, а контролирует полностью все средства. Больница отчитывается перед этой общественной организацией о тех средствах, куда планируется, ну, направлять. И члены этого совета, они являются как бы парламентариями перед городским советом, о, рассказывающие о необходимости тех или иных финансах для данного учреждения. Да, то есть это серьезная структура со своим уставом, со своими обязанностями. Она не может быть мгновенно создана. Вот, да, мы долго вот над ней работаем, над этой организацией. Вот, и я думаю, что в ближайшее время, ну, как пилотный проект, мы уже ее создадим. Спасибо. Одну секундочку. Господа, мы просто никак не перейдем к теме, которая на самом деле для меня очень актуальна. И, собственно говоря, здесь для этого есть еще у нас человек, который всю программу молчит, но я сейчас ей мячик подам вот этим сюжетом. Давайте посмотрим сюжет, который уже шел в нашем эфире. Это сюжет о ситуации в инфекционной больнице, поскольку во взрослой инфекционной больнице, хотя и по детской было бы о чем говорить. Но все-таки речь идет именно о том скандале, который недавно раскручивался в Фейсбуке. Ну, он как-то так не очень заметно прошел, однако все-таки я думаю, что вопрос того, насколько те очистные сооружения, которые существуют в инфекционной больнице, и в конечном итоге через них выходят все сбросы в городскую канализацию, а дальше и нашу реку, работают, они на самом деле, этот сюжет наверняка все-таки для каждого из нас является достаточно актуальным. Давайте глянем это. Ірина Фінкель пропрацювала в інфекційній лікарні 28 років. Жінка впевнена, що застаріле лікарняне дезінфікаційне обладнання недостатньо очищує нечистоти, котрі зливають до центральної каналізації, а потім вони потрапляють до міських водоймів. Воно все стоїть розібране. І я ж говорю, єдине, що проводиться, це обробка хлором. Хлором можна і вдома обробити. Не обязательно, а отсюда идет очень много всяких нечистот и тому подобное. Потому как тут поступают больные с непростыми диагнозами, с инфекционными, поэтому очистки, то есть как, таковой, которая должна быть, ее нет. Окрім людських природних потреб, в ході лікування з'являється ціла низка інфікованих біологічних та медичних відходів, потрапляння яких в навколишнє середовище без спеціальної дезінфекції та очищення може призвести до серйозних негативних наслідків. Ми знімаємо біологічну очистку, тобто це звичайний пункт дезінфекції. Вот. Ну, там своя, звісно, є схема определена. А саме? Поступають на очисні, на колодязному. Каналізація. З колодця йде на аератор, смішується все це. От, з аератора йде на колодязі, в яких у нас додається хлорка. І потім вже, коли обробила все, йде в городську сеть. Тобто вже йде очищення. Через двостороннє агресивне середовище дезінфікаційна система виглядає трохи лячно, але люди, які її обслуговують, стверджують, що все працює як треба. Звісно, всіх цікавить питання, хто ж контролює рівень очистки нечистот. У нас двойной контроль качества нашей деятельности. Это санэпидемстанция, на что есть записи
вот, проверяет нас каждый понедельник. И наша БАК-лаборатория также берет эти записи и ведет журнал. Наразі звернення стосовно імовірної інфекційної та екологічної загрози відправили від імені Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів до Миколаївської обласної ради. І зараз воно подорожує місцевими інстанціями. Та хвилюватися нічого. Навряд чи Миколаївська санепідемстанція допустить в місті екологічний колапс. Итак, у нас есть человек, который запросто может рассказать все, что он знает о правильной дезинфекции, о том, как вообще, какие больницы можно считать чистыми, какие нет. И я, в общем-то, не случайно пригласил сюда действительно людей, которые компетентны в той области, которой они занимаются, для того, чтобы вот тот самый сон разума у нас все-таки наконец-то закончился, и чудовища вместе с ним ушли. Поскольку у нас очень часто ведется какая-то односторонняя дискуссия, вот кто-то что-то рассказывает и не получает компетентного ответа. А те, кто говорят, особенно в Фейсбуке, чаще всего они, в общем-то, знаете, как эти терева, которые слушают только сами себя. Хочется все-таки, чтобы прозвучали разные позиции, для того программа называется «Контраргумент». Пожалуйста. Спасибо. Анна Полоская, представитель в Николаевской области организации инфекционного контроля. Конечно, к дезинфекциям имею прямое отношение и к больницам в первую очередь. Конечно, водоочистные сооружения мы пока еще не проверяли, но в первую очередь наша организация создала такой проект вместе с Ассоциацией медицинских сестер Украины, который называется «Чистая лекарня, беспечна для пациента». И область Николаевская, очень администрация, вот Маргарита Александровна, откликнулась на этот проект, и больницы начали в нем участие. Я, конечно, послушала и почему молчала всю передачу общественной организации. В основном смотрю, как-то все критикуют и наступают. Я представитель общественной организации и считаю, ну, это, да, мое мнение и моя позиция. Я хочу помочь, я хочу внести позитив в наше общество. Я хочу что-то сделать, и не что-то, а я продумываю некоторые шаги и, в принципе, их внедряю. Хотелось бы их озвучить, потому что в Николаевской области Министерство здравоохранения, в Николаевской области областное, да, управление делает очень-очень много. И здесь сидят такие профессионалы, которые ежедневно огромный труд вносят для нас. Вот наш проект стартовал, и общественная организация, ее представители – это люди с образованием, приезжающие из Киева, это всеукраинский проект, приезжали в наши лечебные учреждения с лекциями. Казалось бы, профессионалы, которые работают, зачем им рассказывать про дезинфекцию? Обыватель скажет, зачем это надо? Они что, не знают? Нет, знают. Но вы знаете, так много работы делают эти люди, так много новых приказов, новых нормативов. Они зачастую их слушают, читают и спешат нам помочь в каждодневной своей работе. Приезжает ассоциация, собирает медсестер, работников больниц и читает им лекции. Они с удовольствием еще раз, знаете, как повторение мать учения, слушают. Мы проводим такие тренинги, смотрим, как правильно все моют, чистят, обеззараживают руки. Они с удовольствием смотрят, как они это делают, учатся еще и еще раз. После того, как проходят лекции, тренинги, Ассоциация инфекционного контроля проводит независимый аудит больниц. Наши больницы в разном состоянии. Конечно, тут говорили про фонды, про бюджет. Это все очень сложный вопрос, это очень все болит. Это как болит жителям Николаева, так и болит людям, которые работают над этими вопросами. Зачастую они лично вносят, ну вот, свое, да, скажем, бюджет бюджетом, мы свое. Так вот, у нас несколько больниц в Николаевской области получило статус «Чистая лекарня, беспечна для пациента». Это соответствие европейским стандартам. Больницы делают огромную работу. У нас 31 числа будет награждение 3-й городской больницы этим сертификатом. В общем, я вам всем благодарна. Надеюсь, что я ответила на вопрос про дезинфекцию в нашей Спасибо. Области. Спасибо. Да, Александр Евгеньевич, Маргарита Александровна, пожалуйста. Еще ремарочку просто. Вот, обратите внимание, с чего человек начал выступление. Общественная организация призвана помогать.
Да мы кланяться будем, мы встречать они будем кланяются. Вот так с объятиями. Вот примерно так, как мы сегодня встречали аудит сертификата ISO 9001. Мы третий год его, вот сегодня мы подтвердили очередной раз его наличие у нас. И ваше, вы понимаете как, когда висит в отделении табличка, что отделение чистое, беспечно для пациента, ну, извините меня, конечно, пациенты будут в два раза спокойнее, да, в отделении, и для нас это очень важно, это влияет на выздоровление. Поэтому, боже упаси, если нам помогают организации, если они приходят с вопросом, чем вам помочь, они начинают... Я закончу на этом свое выступление. Марина Александровна, я понимаю, что у вас сложная ситуация, поскольку приходится отвечать и за министерство, и за все, там, не знаю, 25 лет независимости, и за все. Однако, это разрушила я, как шурик эту часовню. Однако все-таки, спасибо, что вы к нам приходите, потому что не было бы вас, но кому бы мы эти вопросы задавали. Пожалуйста, я так понимаю, что и по тому сюжету, который прошел, вам тоже есть что сказать. Я хочу прежде всего поблагодарить Аню Павловскую и всю ее команду, молодую и завзятую. Просто когда они пришли действительно ко мне с предложением обучения, я моментально согласилась. Я вам объясню почему. В медицине, в обработке санитарной, во всех наших очистках микроорганизмы очень быстро привыкают к каким-либо препаратам, которыми мы их стараемся подавить. И поэтому все новые современные технологии, да, может быть, государство не может быть, наше государство медицины, она не дорабатывает. Поэтому мы очень действительно нуждались в этой новизне, в этих технологиях, в этих новых препаратах. И мы это получили, и я считаю, что это действительно... Вот помощь от общественной организации, потому что так должно быть. Прийти нам и сказать, что у тебя там то не так и то не такого цвета, я сама вижу. Но нет финансов, за которые ты можешь это все сделать. Теперь я пока была в отпуске, этот сюжет, я так понимаю, что он связан с той массой жалоб, которая была на инфекционную больницу и на якобы эти очистные сооружения. Но я не инженер, я не оперирую такими терминами, поэтому прошу заранее меня простить, может быть, я как-то буду корявым таким языком изъясняться, но из того, что я знаю. Значит, это не очистные сооружения, это банально хлораторное. Я ее не строила, сразу говорю. По-моему, не строила ее БУД. Это была городская собственность, которая потом передана была в областную собственность. Значит, в силу того, что жалоба была отправлена на госадминистрацию, облгосадминистрация написала ее нам и рассматривали наши специалисты управления охраны здоровья. И инженерный состав, и медицинский состав. Значит, что хочу сказать, что каждую неделю представители Ленинского, раньше эта санстанция называлась, сейчас это называется лабораторный центр, они на протяжении многих очень лет, они отбирают пробы, исследуют и смотрят, какая флора там есть. Значит, там журналы, пачки, это все у нас есть отксеренное. Вот, кого это интересует, прошу, значит, посмотреть. То есть, такой особой там опасности какой-то особой для жителей города не найдено. Если не нашла ее санстанция, то мы, как лечебники, нам тяжело что-то там дальше добавить. Вот то, что я знаю по поводу этой хлораторной. Спасибо большое, Марина Александровна. Юрий Подвышинский. Я скажу на русском языке, чтобы более понятно. Потому что Николай не все украинский понимает. От того, что мы будем петь дифирамбы, какой у нас хороший облздрав, наверное, смертность от этого не уменьшится и рождаемость не увеличится. Вот, поэтому вот так вот. Основная реформа медицины, наверное, ее озвучил на заседании комиссии там, медицина, туризм и все на свете, которую проводила Надежда Иванова, Дьячук, который сказал, нам нужно получить больше денег. Вот как бы об этом, видать, реформа идет. Относительно
многих вообще проектов, да, вот два главных врача, по сути дела, под такой итог деятельности облздрава подвели. Они самостоятельно решают все проблемы. Облздрав живет отдельно. Тогда вопрос, а зачем нам этот облздрав? Врачи, пожалуйста, определитесь, что вам вообще необходимо, чтобы вы хорошо работали? Ну, и получали деньги. Спасибо. Хорошо. Сейчас мы на этот вопрос в итоговых минутах каждого будет ответить. Мы сильно перетягиваем. Юра Багрянцев всю программу молчал. Юра, пожалуйста, минуту вложись, если можешь, короче. Во-первых, сегодня очень интересная, насыщенная программа, но, к сожалению, зачастую темы, которые мы поднимаем, мы уходим немного в другую сторону. Есть где-то переходили на личности, на какие-то конкретные факты. Есть масса проблем, огромнейших проблем, о которых нужно говорить. Вот об иммунизации. У нас была сейчас огромная возможность рассказать людям о том, как важны прививки. Вот Александр Евгеньевич поддерживает. Я сам совершенно недавно стал дедом, и вот внука моего привили без моего ведома, втихонечко сами. Это важно. Второе. Товарищи, дорогие зрители, все, кто в студии, те, кто за кадром, пожалуйста, берегите врачей. Их сейчас остается все меньше и меньше. И очень жаль, что они вынуждены, вот мы все об этом сейчас говорим, они вынуждены постоянно просить. Просить у государства, друг у друга, у всех, просить какой-то поддержки для того, чтобы нас с вами лечить. Берегите врачей. Вот это самое главное, что я хотел сказать. Спасибо большое. Мы, к сожалению, очень сильно убиваемся из графика, поэтому, ну, как бы меньше минуты мне давать вам неудобно, но если будете более кратки, я буду очень благодарен. Александр Евгеньевич. Ну, я хочу сказать, что на самом деле управления нужны, потому что это хорошее подспорье в работе главного врача администрации больницы. Для того, чтобы это понять, надо вот поработать в этой стезе и понять, что чувствовать плечо, которое подставлено тебе в этой работе, очень важно. На самом деле управление, может, больше времени есть все-таки на вот эти юридические все вопросы, которые за лечебной работой в лечебных учреждениях, они теряются. И иногда нас постукивать по заднице хворостинкой нужно. Это правильно. Хочу в конце, чтобы сжаться до конца, сказать одно. Сегодня правильно Юра поднял вопрос. Врачи уходят. Как мы даем оценку своим врачам, мы начинали эту передачу с этого, да, вот ведущая говорила, что мы клянем наших врачей. Хочу с этого места низко поклониться за работу Марии и Михаилу Костенко, моим врачам-анестезиологам, которые недавно написали заявление об уходе с больницы. Спасибо вам огромное за работу и извините, что я не смог сделать условия для того, чтобы вы с большим удовольствием работали у нас в больнице. Спасибо. Татьяна Владимировна, пожалуйста. Вакцинация уже практически больше 220 лет. Она не нуждается ни в адвокатах, ни в защитниках, потому что она, эффективность вакцинации доказана временем. На мой взгляд, если есть вакцина, ее нужно использовать. Зарубежные государства все защищают своих детей по максимуму. У них в календарях от 16 инфекций защищает Америка, от 14 инфекций защищает Израиль. Украина защищает только от 10 инфекций. И то люди не хотят их делать. У нас люди очень странные. Нет вакцин? Почему нет вакцин? Есть вакцины? Мы их не будем делать. Давайте все-таки жить, наверное, в 21 веке. Давайте не будем друг другу, я имею в виду родителей, передавать истории страшилки, которые каждая последующая мама заворачивает еще в более другую обертку. Давайте все-таки, вы все люди со средним и с высшим образованием. Давайте мы будем жить в ногу с прогрессом. Давайте будем защищать своих детей. И всего вам доброго и хорошего. Прививайтесь. Спасибо, Валентина Александровна. Хотел бы, чтобы ваше слово было последнее, поэтому Михаил Васильевич, пожалуйста. Ну, буду последовательным. Хочу сказать, что я с удовольствием приму тех двух докторов, которые Александр Евгеньевич не смог сохранить, и надеюсь, я их сохраню. За что ему большое спасибо, потому что действительно квалифицированные специалисты, они у меня подрабатывали, и, в общем-то, я их хорошо знаю. И главное, хочу сказать по поводу общественной организации, которая, вот как бы я эту тему буду последовательной, хочу сказать, ну, привести вам такой пример. У меня в 1998 году был брат моего пациента, пришел и спросил меня просто, что вам нужно для того, чтобы вы развивались.
Я ему сказал, что мне нужен инструмент. И этот человек мне этот инструмент принес. Он купил его, тот инструмент, инструмент тогда стоил 10 тысяч условных единиц. Я на нем до сих пор работаю. Он умер в позапрошлом году, и на его похоронах он мне сказал такие слова. Я говорю: Николай Ильич, я не смогу с вами как-то за это рассчитаться. Он говорит: пути добра не видны. Вы понимаете, эти слова, они не были. Я на его похоронах привел такой вот пример. Говорю: этот человек моими руками, вложив инструмент, спас больше 3500, оказал помощь, не спас, а оказал помощь больше 3500 пациентов, моих, прошедших через мои руки за этот период. Представьте себе, что значит вот эта добрая воля одного только человека, который вложил вот этот инструмент. Поэтому о роли общественных организаций можно больше не говорить. Спасибо большое. Маргарита Александровна. Я хочу вернуться к образованию, именно к обучению наших детей в медицинских вузах. В начале нашего репортажа там была очень неправильная информация подана. Значит, мы не занимаемся, как облздравотдел, который убивает людей, с ваших слов, мы не занимаемся распределением выпускников. Распределением выпускников занимаются вузы. Существуют рейтинги их успеваемости. И вот согласно рейтингов определяется в вузе, какой студент, выпускник пойдет по какой специальности. Мы только подаем от области заявку, без фамилии, без имен и без мест жительства. Мы подаем, нам нужно 2 хирурга, 3 гинеколога, 5 терапевтов. Ну, я образно говорю. Нам присылает вуз такое количество выпускников. Но на узкие специальности, чтобы вы знали, пойдут действительно те дети, которые хорошо занимались в вузе. Это одно. Потом из этих детей, которые к нам приходят, хорошо учились, плохо учились, но мы из них пытаемся воспитать и вылепить докторов. И я понимаю своих коллег, как тяжело потом расставаться с этими специалистами, которые действительно у тебя были тылом, которые составляли большую ценность для твоего коллектива. И хочу сказать, что я благодарна всем медицинским работникам, начиная от фельдшеров, заканчивая врачами, заведующими отделениями, службами, главными врачами, за тот вклад, который они вносят ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я действительно иногда читаю в Фейсбуке, может быть, нет времени на все это отписывать и давать какие-то комментарии, но я согласна с этим высказыванием, что когда вы хаете доктора, придите, сядьте с ним, хотя бы посидите на дежурстве. Вам все станет сразу ясно, что это люди действительно туда идут с такой отвагой, просто и с такими жизненными силами и своими эмоциями не каждый человек выдержит. Ни смерть, ни шок больного, ни какие-то другие экстремальные ситуации. Поэтому прежде всего здоровье медикам, здоровье нашим пациентам. И, конечно, перед нами всеми стоит очень большая задача в последующем реформировании. Да, хорошие заявленные концепция хорошая заявлена, хорошие проекты, но пока никакой конкретики в этом нет. Мы ждем, потому что если это начинать с Нового года, у нас очень мало времени осталось, коллеги меня понимают. Это все связано с бюджетными процессами, с законодательством, но во всяком случае мы готовим почву к тому, чтобы, если только будет принято законодательство, будут уже определены какие-то конкретные вещи в продвижении нашем, чтобы мы были готовы к последующим изменениям. Спасибо. Спасибо. За встречу. Дякую усім, хто взяв участь у нашій програмі. Я розумію, що усім довелося висловитися так повно, як хотілося. Втім, тема безмежна. І це далеко не остання програма, у якій обов'язково візьмуть участь усі, хто сьогодні є присутнім у студії, і усі, кому є що сказати щодо медицини. Я впевнений, що нашим глядачам було цікаво, нашим глядачам було дуже багато чого відкрилося такого, на що вони або не дивилися під, можливо, цим кутом, а ще це додасть їм можливості щось зрозуміти більше, ширше.
чи щось взагалі вони, можливо, почули вперше, і це також було для них корисно. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.